Брута не нравится, Лохта мне нравится. Точно. Я скорее про Слардарчика там и так далее. А Слардарчика сейчас пойдут, если Слардарчика, так что будьте аккуратны. Понял. Слардарчика? Да. Вот там человек, стоп. Профили, баню. Все правильно. Слардарчик. И по идее Феникс контрит Инесса, по идее. А возьмете персонажа какого-то? А чем он контрит Найтсталкера? Да, если что, Найтсталкера, если ульт подрубает, то он все равно летает, даже если Феникс яйцо. Даже если день? Да. А, тогда беру свои слова. Если в ульте. Возьмите приз героя, пока. Возьмите приз героя. Санька, возьми героя. Возьми что-нибудь. Давай. Держи, нормально? Четко. Механика, конечно, странная, но... Как есть. Так, блин, это что такое у нас? Опа, Ярослав снова в седле, в обоими. Есть идеи какие-то или мне взять? Да бери, ты же хотел тестировать его. Ну я могу и Пуджа потестировать. Потестируй Пуджа. Пудж классный чар. Не, ладно, я хоть пойму, что делать на нем вообще. Качаешь баш и бьешь людей, это вроде так работает. Да. Ну, силу понять его. У меня хвостик милый очень. Так, чё, блин? Ну, вообще, Найтсталкер, да, пиздец сильный. Да. Найтсталкер, да. Ну, в бане будет сейчас на турнирах, которые будут. Скорее всего. Ну, да, я знаю, честно... Его нельзя отдавать просто. Я особо не за турниры переживаю, а скорее за просто удовольствие в матчмейкинге. То есть, например, то, что Инча была в бане на турнирах, мне это не очень было. Хотя, чтобы она не была в бане, она выиграла International. Ну, не важно, но мысли вы поняли. Топ-бан, кстати, International. Все равно, вроде как Инча. Опа, я тренируюсь. Я думал, кого-то. Он сам по себе, ну ладно. Так, и что, я на Джаггере тогда, получается, да, выезжаю? Кто против Наги Сирены хорош? Джаггер. Против Наги Сирены? Можешь на жирокоптере поиграть. Джаггер. Ну, против Сенкингов, против Шейкеров на жирокоптере. Что-то, блядь, не хочется. Так, это моя ластецкая, так что давайте отжарим ее. Сань, что ты мало времени на тренировки-то выделяешь наши. Ну, ты, вы пришли, я уже две потренировался, пусть не с такими скилловыми персонажами. Типа, все же какая-никакая тренировка. Ну да. Вот так вот хочу. Не, ну в принципе, да, International 10-й еще время у нас есть. Ну нам бы до него хотя бы игр 100 сыграть, ребят. Не, ну это мы, я думаю, до послезавтра выполним уже. Понял, хорошо. Так. Ой, у нас комбинации пошли. Дикие вообще. Дикие комбинушки туда-сюда. Блин, Тинни прикольный, конечно. Бля, Тинни, вот этот герой, который заебал мертвого. Тинни прикольный, тут я согласен. Вот странно, что его решили не резать толком. Не, чуть порезали, по-моему. Ну, там прям ерунду. Там порезали, типа, Аганим. Да, окей, Аганим был очень сильный теперь, чуть менее сильный, но как бы он от Аганима очень сильный. Он и без Аганима, в принципе, очень сильный, если он даже другие арты берется. Ну, в любом случае, мы понимаем, что Valve не могут резать сразу героя убивать, его нужно по чуть-чуть подчикивать. Ну да, ему ждали Супер Имморталку, там все дела. Ну, вообще, да, в натуре. Ну вот этого чела нет Имморталки, поэтому какой смысл? Какой смысл? Он без имморталки, алё. Чел, ты без имморталки, алё. Алё. Колесики. Так, я смотрю, что Саня выбирает себе на покупочку. У меня всегда один и тот же закуп на любого героя. Так-так. О, а можно я себе такой же сделаю на котле? Фейзы, да? Фейзы на котле, ёпта. На Слардаре? Это на него улучшает, на самом деле. На Слардара доминат улучшает? Да. Это как так вышло? Там, если ты берешь кентавра, ты секунд 6 можешь типа асфальта не держать. А я лучше возьму Мидас.
Саня, давай, сделай давай такой донатор. Такой билд, чтобы человека всегда держать в стане. Короче, нужен Мьёльнир. Ты реально сделаешь, ты поймешь, насколько он имбовый. У тебя хп регена, так спит. У меня тут немножко этот самый... Я видел, как ты на анче контролишь. Я джел. Не, я не шучу, реально. Вот я на него всегда беру доминатор в Адмир Блинк. Слушайте, а скажите, пожалуйста, почему вообще доминатор кто-то покупает когда-то? Это ветерфак, которым ты просто играешь сначала 10 минут, а потом фидишь по 200? Не, он очень много дает. Он очень много регена дает. Это я знаю, да. И не обязательно там, можно болчика взять, и не обязательно фидить. Доминатор стал гораздо хуже из-за того, что он стал дороже, и ты катапульту не можешь брать. Да. Но... Не, когда можно было брать катапульту, это было очень топово. Там хотя бы ради этого можно уже было доминатор брать. Но на складаре мне кажется, что дефолтный закуп, там типа два брейсера. Так, стик. И вперед. Вообще реально убить. Те капли продаются. Где в этом магазине капли продают? А, вот нашел. Капли. Зачем они магазин поменяли, я так и не понял. Так а поставь там можно, обычный поставить другой. Но привычный, да. Справа вверху такая колонка. Бля, что я нажимаю? Ярослав. О! О-о-о! Задротилово! О, а тут шокер. Шокер с ботинком? Надо как-то... А ну пойдем. Где-то тени еще должен быть. А мы посильнее, по идее. А нет, тут сын, говна. Кинуть. А, сын говна и тень, твою мать. Есть там? Всё. А вот она... Не, я без стана. Или ты хочешь сделать это? Хорошо. Давай. Это настоящее. Это R. Yeah. Бля, у меня тут полный пиздец происходит, так что, сорян, я сейчас буду первые 40 минут плохо играть. Так, я пойду... Надо станчик, Саня. Пойму, где шейкер, он куда-то сюда побежал. А, ты понял, что мутит? О, mm-hmm. Ты ж этот индеец. Если он иллюзию вызывает, надо сразу их убить. И мы дальше в кафе. Я понимаю, я отвлекаюсь тут немножко. Кто посмел отвлекать? Лол, а крипы... Да, они не агрятся. Они не агрятся до того, как в тавру прутся. Вообще, как будто бы иногда агрятся, но типа непонятно. Нет, так это неплохо. Удар... Ого! Что за Иисус игры? Не, вот это, кстати, он очень круто делает. Индеец. Тупо балдю с него. Я очень сильно балдю. И он еще кларетку пьет, я ему собью, конечно. Не знаю, я че откуда этого крипа. Все, по идее, я свободен. Я свободен! Словно птица! Так, секундочку. За сколько, на 5 минут, Саня? Свободен. Ну ёб твою мать. Как не свободен. А может ты закрутишь его разочек сейчас? Или... Ну я сейчас нажму крутилку, он идет в песок, и я продамажу мало. Могу синтер поставить сюда, вот за лесочек. А у него тоже будет синтер, и он сломает. Но он ее не найдет сразу, как он может сразу найти? Нет, тогда давай его закручу разочек. Все по рукам. Очень рад, что мы это обсудили. Чуть подсасываем из-за этого скиллбилда. Не, ну индеец, конечно, на шейкере так. Не, шейкер все очень хорошо сделал. Но видишь, у него это золото там. А, он золотой шейкер. Все, go, sorry. It's okay, Sanchez. Just chill, man, it's fine. It's all good. Он еще и победитель этого батлкапа, прикинь. Полишь мне танго? Да. Оп. О, смотри. Нормально. Да нормально, пускай сидит в своем песке. Так. Ничего. Так получается, мы еще развели его на этот, на тумань. На тумань. Так и было. Кайф. Да что ж ты будешь делать? Через 15 секунд у меня еще будет. Ура! Так, уровень 2 получил мальчик. Бам. По удару. Как Форт Боярд это вот, когда топили. А там. Мальчик ли он? О, смотри. Давай его выкину отсюда. О, отскок, он же умер, по идее. А-а-а. Блядь. Не умер он нихера, потому что он гений. Как и все, сука, гений. Чё он меня блочит? Чел, блядь, ты чё? Чел, ты...
в своем шейкере. Ты играешься, я считаю. О, топнул. Не, ну быдло, конечно. Быдло получает по заслугам. А быдло это я, походу, да, в этой ситуации? Потому что он мне как-то всунул. Давай рейнджевичка их. О, смотри, этого мальчика можно на самом деле прям... А вон, смотри, оп, настоящую рибашку. Этот шейкер меня немножко зонирует. Видишь, больно бьет. Крипов много. Угу. Ест там свои танги эти. Комби-карма. Я похилюсь, пойду. Опа, блин. Если бы ты его вытащил, мы бы умертвили. Да, да, да. Не получилось. А может быть, вытащил. Умертвим его сейчас? Ну понятно же. Он с сапогом, да? А я так-то с этим самым. Я он без сапога. Ты с сапогом? Без с башером. Сапога. А чё, когда можно курицу будет повязать вниз? Ну можешь. Андрей, будешь что брать? Ты можешь шрум зачекать? Я могу. Ладно, не, я не буду ничего брать. Я... я чекну. Разу. Или подожди, или буду. Нет, я буду. Ну, блядь, бери тогда. Давай. Ой, ладно, стандарт, это полная какая-то дичь. Нравится? Нет, не нравится. А, ну ладно. Ой, блядь, я в тильте сижу, все. Буренка тебя убил. У меня будет этот, Андрей. Дуст. Я могу давать дуст на него, и мы можем его... Ой, он тебя хочет тебя. Хочет. А что, у тебя есть подлечиться, может? Да что-то вот только на следующем уровне. Да понятно, но... У меня тоже сапог, кстати. Достанешь ли здесь? Хотя я же вроде. Да он зачем? Извините, пожалуйста. О, смотри, я тебе мандам. И теперь мы... Опа! Он хочет твой вард, кажется, съесть, или что он хочет, непонятно. А, он хочет подстилить нашего крипа. Мам, что за... Пойдёшь на сюда? На руку просто бьёт. Так, а нам надо баунти собрать, Андрей. Соберём? Да, не могу. Соберём. Уходи, нашу забери, это все нормально. Хотя он как-то не уверенный. Я шайн. Магнус, нужен шайн? Не соберем. В следующий раз соберем. Конечно. Может, можно в следующей игре, да? Может и так. А надуешь меня? Надуешь? Хорош. Сейчас, Саня, я иду с дэмэджем, их лупасит. Ну она побеждает тут меня. Надо стану, ну надо кидать ауешки сразу в эти штуки. Да, у меня первого левела. Но... Понимаю. Сейчас арканы будут. Два крипа заберу, арканы будут. Правильно, подкрути его, подкрути. Нет. Ой, не пойду там, сын говна. Я злой. Пойду на этих самых. Можешь снимать? Да. Пацаны толстые. Выложил на хате. Сунул в выбрать. Это, все, Андрей, все, можем мы пробивать его, если чё? Смарт я... еще, да? О, тут шейкер что-то ходит. Я, походу, не буду максить этот стан здесь, ну, что-то... Нага это... Короче, контрада. О, смотри. Угу. Как будто бы что-то хотят, а может и не хотят. Типа даст, если что-то можно. Если он копнет, то это сделаем. А он никого не будет, он же не дурак. Ага, хотя. Тини на топ пошел, ребята. Ну, сваливаем. Ну, по крайней мере, молодцы. А, или погоди, я умру сейчас от второго. А, нет, не умру. Сидит здесь, да, сидит. Ну да, он тебе здесь это. Я попробую. Песочник. Зачек, кстати. О, Саня, беги, Саня! Ну уходи, уходи уже. Ой, Андрюльбан, блядь, живи как-то. Хуй знает, что делать.
Ой, блядь! Да там их сразу побежал. Чел, ты... Ну нормально, мы убили его. Ну кто знал, что он побежит дальше-то? Да, блядь, все? В смысле, все? Ну типа, за нихуя ему бежать дальше подвижу. Чтобы прокопать меня через 2 секунды и убить. Ну нормально. Но мы его убили тоже, Андрей. Так что размен-то здравый, правильно? Здравый. Все, я побежал отсюда. Так эти леса, Джаггер. Будем работать над этим. Ну, оказался злыднем просто, Андрей, видишь, как я? Злыднем. Ну, понимаешь, это нормально, потому что... Я в тильте, я в тильте. Ну, она как-то на Оракула напасть перенесла. Да, посасывает керри, а тут, чего понимаешь, надо? Ничего не посасывает. Как она на Оракула напасть? Ну, достаточно сложно. Ну, на легкой. Ну, на легкой есть, сложно. Это правда. Что там, там варт или что? Или пойдем? А мне это пуржит, пуржит штуку. Там тебе не придет. А, она пуржит сейчас? Угу. Ускорение Слардара пушится? Севос, да. Мисклик. Так это вообще контрпики туда. Да. Я не могу подойти, Саня, у меня крипов крипыжу. Если да, не нажму пару кнопок не туда за игру, то это не я. Я понял. Так, а что я могу? Я, кстати, могу прийти наверх доебаться. Вообще, вообще, смотри, я предлагаю план. Ты, Андрюха, можешь скипнуть бот на самом деле, оставить там капа. Да ему там норм сейчас, почему? Да я ему просто эмпауэр даю, нафармит и все. Это да, я стак не получаю. Для Джукстера. Так, Оракл покакал, смотрите, идет. А чё, мы тут убийцы или нет? Я могу смотреть. Вот настоящие. Чё, Андрюх, хочешь фармить лес? Чё, лес, да, готов всегда. Ну давай, я буду на следующую сейчас тебе двигаться. Там, стакайте просто Джаггер Эншент. А я это там тени, да, у нас. А давайте от тени уйдем, хоп, и все такие на съеб. И имейте в виду, рано или поздно низ пропушится, и туда надо будет кому-то фармить. А, баунти, я давайте полечу. Да, это нормально. Так, все. Мы сейчас стакнем, Ялик. Ялик. Да, да. Заберем. Ой. Вообще, я бы... Ну да, сложно забрать будет. Снизу надо забрать, получается, или что? Да, снизу надо забрать. Там Сандкинг уже забрал. Ёпта. Надо идти сюда фармить, бо они сейчас пособирают наши стаки. Ну, кстати, да, реально надо идти сюда. Ну, я сейчас приду. Я у них одну баунти забрал. Всё, я иду до стаков. Не, не пойдут. А, тут Магнус. А ты будешь что-то нажимать? Не. Лучше Empower просто мне нажми, и да, всё. Да. Я думал, мало ли, вдруг что. Вдруг какое дело? Они что-то хотят здесь, но они давайте сюда... Давайте их убьём, они уже ели. Смотрите, я ослаблю. Нет? Ну, тут похоже нет. Что-то. Вряд ли. Вот здесь можно стоять. Да, стаки. I feel good. Пойду ещё стакну. И Эншентов тоже не забывайте стакать, ага. Я надо было доминатор купить, чтобы стакать. Как старый добрый? Как лост учил? Оракул куда-то вниз полетел. Да, покакал тут оракул. Дай мне мангус. Я бы на тени напал бы. У меня ульт есть. Нужна книжка вторая кому-то. У меня нет, если надо бери. Я уже нафармил вроде тут. Чужие злардары. Так, и что, я по идее даже блинк не беру здесь, да? Просто бегаю и еблую. Можешь не брать. Я вверх подпушиваю, пока им овард. Суки, не хватит. Что там в мини такое происходит? Я лечу. А, там уже все, да? Не, нормально. Понял, нахер я прилетел тогда? Ну ладно. Уже все произошло. Это вообще не важно. Это правда. Деформия стагнуешь. Угу. Надо сейчас этот power up. Ну что же я убил? Убил. Я курицу попоюзал там в арте. Тоже юзаю. А я вот так могу делать. Так, хожу. Сейчас дам баф. Шейкер тени походу снизу. Thank you.
вся семья снизу будет, какие-то перемещения? Не, да. Я думаю, мы обладаем, а если ждаем. Бля, чё курица-то не пере... Блядь. Это, у меня не будет, у меня вот так вот по КД. Мой вверх пост. Чё же я, кентавра, я тебя отскажу. Ну, я смогу пролететь через 10 секунд, если они останутся, могу поставить им шарные баллы. Там, ну, смотри, тут вот этого можно убить. Мы можем подраться, у нас Жаггер на самом деле такой крепкий. Да, да. Хотите? Да, сейчас, я влетаю. Я не хочу. Ну ты не хотя, я вылетаю вот сюда только. У меня вардов нет. Я хочу их наверху поставить. Если как-то ты байтишь. Они как будто бы... Я что-то не вижу, как мы инициируем. А, мы тут Дефи Тауэр просто. Тут вард стоял, они увидели меня и убежали. Да, сверху мы убили вышку, поэтому мы чемпионы игры. Ага. Есть шар, есть шар. Только, увы, и ах, я уже не с вами. Что это было? Блин, что происходит? Ладно. У нас у Жаггера нет ТП. Сюда... Да окей. Да мы их тут должны убивать, если они полезут на нас. Я ТП на все, если они полезут. Он пурш потратил, я готов на него выбегать. Давай, давай. Они как-то съебывают. Ну все, прогнали, отдыхайте. Выгнали. Аккуратно, аккуратно. Не, я уже это. Я уже дальше не пошел. Бля, я мида сделаю, я не знаю. Не у нас играть. Хорошее решение. Я сразу понял. Действуйте, действуйте, чё? Котел в команде есть? Есть. Опа. Что вы такое придумали? Сын говна снизу вместе с шейкером. Это разные. Сделайте люди. Еще третий стак на эйншентах. Ты можешь сам иллюзиями сделать. Я тут... Я что, молодой ты игрок, что ли? Сложно? Конечно. Так, мы на топе баунти. Баунти? Или ты сделаешь иллюзиями, Андрюха? Давай сделаю, попробую. Это безумие, сейчас, конечно. Сейчас продую разочек его, а он куда-то не хочет, да? Ходить. Ага, ой. А что ж ты не сказал, я бы дал дошар. Ну, ладно. Так мы просто прогнали их с рунами. На топе да, ты я понимаю, но мы убить могли так. Там, я думаю, боюсь, что я бы сдох просто. Ты можешь элемент, на самом деле, сделать. Ну, ты по фарму скейлишься. Нет, в этом есть правда, конечно. Я просто вокруг тебя играю, я смотрю. Не, я думаю, я быстрее буду. Тяни с блинком. Ну, куда уже быстрее? Вся семья снизу. Ча курица буду играть. Не знаю. Семья в районе мида. Ну, они и снизу, и на миде, и везде. Будет какой-то помощь снизу? Какой-то помощь будет, тут тени. Если что, ты пнусь. Я поставил шарик на него поставил. У тебя иллюзия или настоящий? Да это настоящий, ну а у тебя нет, да? Может просто дошорт нет? Или результат? Но тут вот друг пришел. А тень тоже там? А, да. Вот это. Вон, все. Ой, 900 IQ игрок на котле. Ага, снизу тут перемога. Тут вот мы по вардам ходим, если так, короче, я манту сначала возьму. Курицу, секунду. Окей, окей. Не, хочешь тебе баф дам? Не-не, я с руки не особо бью. Они нижнюю вышку идут забирать. Ульта у меня пока нет, я бы без него не хотел. Я просто подеплю. Риос курицу. Давайте на миде его убьем. Давай, я давай, попробую. Я еще подвез поближе. Понимаю. Понимаю, убегаю. Подвинул его. Ну нормально. Понятно. Все-таки дам баф. Ага, смотри, что ты он бьешь? Там шейкер с эхо, аккуратно. А, не давали у меня эхо. Я лечу в мед, но у меня шарика нет. Да я ебал ворон. Да. Баран ебал? Друг, не, на базу у меня маны нет. Шесть для тебя. М?
Все эти спейсы для тебя. Все эти спейсы для меня. У меня глиммер есть, если что. Вот. Супер. У нас котел пахач. Это котел. Брачня. Это котел. Ну блин, он же фармит постоянно, очень котел. Он по-другому не играет в доту. Ну, вообще сильнее выйти? Непонятно. Мы всегда сильнее. Regeneration тут. Держите. Thank you. Сын говна. На расте будет экшен. Че, Энджина фармил кто-то уже или нет? Я регулярно с ними разбираюсь. Ну я сейчас заберу у тебя один разочек. Сын говна, он же сын Кингснит. Ну, я хочу кого-то убивать хотя бы иногда. Мы фармим. Давайте хотя бы вот этого чувака ловить. Я предлагаю на топ выйти. Вон, смотри, иду. У нас есть хороший вижен на топе, мы можем... Тапнитесь, тапнитесь. Нет, опешусь. Я иду. Я прилечу. А они под шариком там пока кайфуют. Что такое? Да какие-то стрим-снайперы, все варды ломают. Я, конечно, все могу понять, но, типа, любой вард ломается на карте. Он с дрынком. Да, довольно сильно. А давайте санкинга. А, можно и не надо его. Все, ты подвижишь сюда, я дам тебе баф. Я мингу, мингу. Мантуха. О! Он с блинком. Давай тавр просто. Давай. Надо убить центру. Ярик, есть центра? Да. Вот здесь надо их центру убить. Твои варды справятся. Так, на медиум. Баунти еще есть. Еще 8 тряс. Я вверх вернусь. Хаста тут еще лежит. Понятно. Нагастрон. Нагастрон. Теперь просто в тень заходят. Меня хотят. Что-то можем... придумаю сейчас. Так, Андрюх, аккуратно, да. Правильное решение. Правильное решение. Спасибо. Спасибо. Так, я книги, если мог, если что, бы забирал, потому что у меня талант очень. Забирай. Не, если кому-то надо, поделюсь. Мне не надо. Взял, сука, героя. Тупо тильт. Тильтыч. Бля, я поставил, ну, короче, мелодию на подписку, и мне подарили кучу подписок, и они играли, и я нихуя не слышу. У меня, блядь, все лагает. Во рту член. Там это Нага еще с иллюзиями. А ты еще и Слардар. А я Слардар. Тут стакинг, не знаю. Но... Я вроде сделал. Так, мне нужно тащить себя давай, к друг... с вардами. Давай. О, Нага. Не фуза нет, кстати. У меня 18 уровень прокачки, на самом деле, мы можем уже митку это поломать пойти. Ты че она, блядь, контролер такой, а? Смотри на него. Сука. Тренируется. Тени с хостом. Пиздец тренируется, если что. Ага. Понял. Тени с хостом, это мне вообще не интересно. Давай, я тебе если что подсейвлю. А он хочет наши эти забрать. Сука, он крал мои стаки. Ой, тренировка, блядь. Могу на нее здесь напасть. Сын говна снизу? Будешь фармить там? Я могу, конечно, блин попытаться взять, потому что у нас вообще угу. Lack of initiation. Но это... Надо сломать, но там, да, построй там, да-да-да. Можно смокануться. Да, вообще было бы хорошо. Надо отпушивать лайны, потому что вот так не смокануться. Ну, я наверх сбегаю, отпушу это или че, или кто-то. Ну, я планировал тоже. Не, ну это не важно, важно то, что они просто будут в
видеть, что там не отпушиваются инфера. Вот что важно. И они убегут просто. Вот сейчас типа можем встретиться сверху, например. Если можете еще пару ТП дать, например, на шайн, чтобы быстро это сделать. Или прибежать прямо сейчас. Я пешком беру. Тоже плохая идея, да. Пешком бежать нормально, но они на бот как раз таки молнутся. Ну вот, ну а мы побежим к ним, честно. Ну они не будут видеть нас, я надеюсь. Можем под бот, под Саню сыграть. Просто вообще в идеале, конечно, в этой территории что-то сделать, хорошо? Ну, здесь типа, тени. Вот, выгнать тени. А, настоящий нага, тут настоящий нага, блядь. А ты можешь ли? Она вообще залипает пока. Я бегу. Ну, они там все, они там все. Она без сна, типа, единственное, что... Я бегу туда, можем как-то хилинг барты потом? Можно поставить. И на разворотики дальше. Я в ногу РП нажму, когда... Да отвали от меня, нагай, чтоб твою мать! Иди, синкинг, синкинг, парни. Давай, давай. Хороший. Где-то там он. Смотрите. Да, и надо помогать. Помогаем. Я живу, они вроде отдали все, но... Саню, под это. Надо жаги разрядить фану, чтобы он палку поставил. Да-да-да. Да не, ну сейчас палку поставим, и тут все регенимся, надо же котел. Побейте пока его, потанчите кто-то. Ну, это мы так себе герои для танка. Просто совсем от фиссуры я не сдох. У нас еще РП есть. Так, я наверх. Там отпушу лайн, толкну иллюзиями, и можно идти куда дальше. У нас мид толкается. Бля, опять курица не долетела, но ёпперный театр. Извиняюсь, мама. Сидь на боте килл еще. Готов привести. Настоящий наг вот это или это не настоящий наг? Вот я нельзя, скорее всего. Я хикстой, мы их убиваю. Маунти. Мы идем туда. Че будет, че? Опа, ну, поехал, здесь был. Сюда. Вот наг настоящий, если че. Двое сверху были. А, не будем ничего с ней делать, не? Держи ее, держи. Блин, надо было держать, конечно. А сейчас как-то шейкер прыгнет. Да-да-да. Не, шейкер не там был. Есть джаггер? Будет джаггер? Иду, 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 иду. Но долговато. У меня ульта 30 секунд. Да еп, твою мать. Кнопочки. Мы уже сами его не слышали, пора потеряли. Хотите, чтобы мы что-то сделали, надо пройти вперед. Потому что у меня две иллюзии, типа, под стан шейкер убьют в секунду. Или хотя бы убить иллюзии, я не знаю. Просто это цирк, что иллюзии на них забегают, меня их оплай бьют просто. Да нет, да какая разница, он типа стоит шарик, они же тоже засыпают в нем, на самом деле, в этом шарике они не бьют и так далее. Я же говорю, получаю слаху шейкера, две люди меня бьют, все, я сдох, типа, моментально. Ну, типа, когда стоит шар под шаром, они не могут драться. Я говорю, они не могут драться под шаром. Ну, то есть, ты поймаешь? Это настоящая, у меня пока ман нет. Настоящая, она его только что опнула. Она без ульта. Ёб твою мать, Андрюха, какое же говно ты сотворил сейчас. Надо было подождать. Опа! Ой, ну хорош. Всё. Да не, надо было подождать, но я, ну, просто, я не понимаю, как это работает. Вот вражеские джаггеры, да, джаггеры это, сына маминой подруги, они, блядь, прыгают на всех, убивают всех, потом еще приходит Тини сейвить, Тини тоже дохнет. Мой джаггер просто улетает на самую крайнюю точку и там останавливается. Есть такое. У меня, если что, такой же джаггер, Андрей, чтоб ты не переживал. Вот он один в один такой, так же любит делать. Прыгает, блядь, куда вообще похуй. Вот, что-то бы сделать вот в момент. Ну пойдем, пойдем. Сделаем. На миде можем сделать. Это... У нас на самом деле нет ульта, нет. Джаггера нет. Ну, да не, и без ульта мы его сильные. Давайте просто заберем хотя бы вот эту вот штучку. Пойдем, пойдем. Я сломаю этот арт. Кайф. Джаггер Скади, его убить сложно. Доберешься.
Тут сейчас главное не встать. И убейте вышку, все. Достаточно будет. Главное не встать, слишком кучно, там могут нас зауешить просто. Ну вообще шар есть, если что, на Counter Initiation. Вообще нагло уже жива, так. Ну, ничего страшного. Нет, ну. Тогда уходим, наверное. Тут уже нечего ловить дальше. Можем их лес проформить напоследок. Давай проформим. А, кстати говоря, Тони вообще снизу пока. Мы можем просто следить, мы если проформим этот лес, мы... О! Сразу же после этого. Ну, то есть и... Если надо кому ману, вы говорите, чтобы, ну, я понимал, кому надо. Мне не хватает 300. Ну, заблочить тоже как вариант. Так, у меня, блин, очень... Я в миде сейчас буду. Если что, по идее, вы успеете стянуться. Да, да. Мы успеем. Я РП через 15. Мы можем навязывать драку. Нам нужно назад пушить. Я могу... Я отпушу бота и на тревелах включу. Андрюх, да, о, варда стали. Съешу. Или чё? Оп. Оп-оп! Киберспорт. Киберспрот. Киберспрот, киберспрот. Мы повержены проблемы, мы только что два варда сломали прям. Скорее всего, мало вижу, это что за херня, это надо. Я буду мид толкать, чтобы им тяжело было заказывать. Когда у нас мортал кончится? Не играйте на своей половине, пожалуйста. Вот, ну, только пушится. Да, за надо тим. Я говорю, я мид буду пушить, им тяжело будет с базы выйти, но надо еще что-то делать. Легко выйти с базы, потому что не пушится. Ну, я говорю про себя, что давайте под крутилкой просто осаждать, почему мы этого не делаем, у нас котл. Давай. У нас скоро мортал закончится. Да, у нас уже сплитит, но типа может. Ну, слить, а что это такое? Я наебал, я ей поставил. Мы не можем ее просто убить? Ой, Андрюха! Она, кстати, еще залипает. Может, еще залипнет. Это настоящая? Это настоящая была, походу. Я СК вывез. Без СК. Андрюха, он нам жив? Да. Этому хватит, сам Кимбэ бэкнулся, шейкер еще сейчас будет. Есть. А Егиса нет. А Егиса нет, да. Давайте убьем тавр. Да, там, то ломаем и стоим. Под шейкер-то не хочет вставать, сам понимаешь. Я маны тебе подзалил. Все, надо... А есть показать их? Можем их попиздить. Показываю. Уходите, парни, мы сильно. Да нет, не уходим. Нам надо позабирать. Или что, ходите дальше? Пока хотим дальше, тут варды у нас стоят. Нам надо убить вот этих вот. Сынов говна, так я был. Я. Так, по ресурсам хуёво все еще. Она вон настоящая. Варды, по идее, добьют. Варды добивают, просто идти. Я не добиваю. А есть вижен? Вообще есть. Можем уйти, парни? Это, ну, плохо. Дальше. Ну, давайте уходить. Все, уходим. Копы. Уходить. Баунти. Никто не собирал баунти. Надо собрать баунти. Ребят, ну классно, что? Ну классно было. Добили, да, шайны позабирать. Барак очень волос. Ой, барак не добили. Кайф. Вот это баунти еще. Уйдет им в зрительский зал. Нага не почти есть. Хорошо. Нага фармит наш лес, Тони вот ходит, хочет меня убить, кажется. Кстати, могу дэпнуться, но здесь вот шейкер. Тут был чел, возможно, что-то поставил. На Тони можем напасть, если я поставлю шарный балом? Я бегу на в мидл. Хорошо. Бегу в мидл на... Я тоже иду к вам. Я с блинком. Сбить ему. Иду с подветренной. Вот тот теник. До сих пор бегает еще. Ой-ва, неудача. Нормально вроде. Я за Нагой побежал, здесь Нага. Сейчас мы тут этого. О, на сон дал. И вниз уже мувуюсь я. Давайте барак доедим. Давайте. Можно через змей доесть барак, чтобы не париться вообще. Давай сюда, давай, Илюшки с фейска. Да не, я хочу попариться. Точно? Да, мне кажется. Да не, я попарюсь.
У него гриф уже нет, да, все правильно. Тогда уходим отсюда. Правильно? Yes, ну, вот это вот сюда сразу. А, ну я имею в виду сюда, сюда. Ну тут нечего ломать. Шейкер разрезал. Шейкер снизу был, да. Сидит, это настоящее? Я могу попробовать вывести. Я не с вами. Можешь попробовать. Вы найдете? Да, я здесь. Вози. Я бегу как бы. Шейкер пешком передвигается. Бить его, бить его. Мне кажется, ей хватит. О, шейкер на ебальнике у меня, блядь. Типа бэк. Не-не-не, я убью, хочу убить шейкера. Шамана налил. А чё мы бэк-то... Так вот, пойдём вниз, у нас палка же. Настоящая, кстати. А зачем ты вообще улетел? Я бы тебе залил бы всю ману. Палочку, Андрей. Я ставала меня. Палочку... Это, да. АФК немножко. Так, у меня... Кончились эти... Антиневидимости кончились. К сожалению. Если у них нет байбеков, все, сейчас все. Ой, Слардар, блять, нахуй. Ну, антиневидимости у меня нет, если что, просто будьте. Внимательно. Тени словил, парни. Тени. О, настоящий нагет, настоящий. Yes. Ну, Ярик, залива, это Ярик. Ну, когда было? Шейкер реснулся. Он без эхо. Смотрите, на Рубика будет? На Рубика, на этом. На Рубика. Я у Юбика. Шейкер оставил. Эй, парень, нага. Та. Извините, мне очень нравится геймплей просто такой. Трон, кончаем. Ой, блядь. Сань, ну чё, как ощущение Слардара, нормально? Блядь, ферспикую нахуй в каждой его. Жду нагу, а потом контрю её нахуй Слардара. Крепко контришь, кстати. Хорошо получается. Да, вот, я думаю, Санька кайфанул на этой линии с моей стоять. Я тупо, блядь, минус один был на линии. Импакта ровно с 0 сотых. Куда он, блядь, бегает? Но, просто, как бы, Кэрри Андрей... Не, там со стана на первом у нас был лучший вывод. В целом, да. Так, блин, я же объяснил, у меня полный пиздец происходил, у меня все орёт. Я не... понял, да. Бывает. Я вообще не понимал, что происходит. Ладно, давайте, я думал завязывать, но я готов еще в одну сайту. Давай, вот это, это спирит. Это кикп. Так, подождите, я должен проверить, Андрей, ты умер единственный раз, когда я тебя убил, получается, да? Да. Ну а, смотри, если бы этого не произошло, я бы не апнул шестой, не пришел бы наверх, не сделал бы там 35 миллиардов киллов с ребятами, понимаешь? Ну да. Все взаимосвязано. Нет, это правда. Это правда. И до смерти я бы не сдох еще 70 раз, и, блин, даже, конечно... Нет, Джаггер под Магнусом, это, конечно, ненормальная штука, даже такой дилбич, как я, может нажимать кнопку. Нормальная штука, Андрей. Да, Андрей, все нормально. Ты лучший кэрри. А, это я, да, спасибо, это я. Слушай, лучший котл страны, а то и мира. Вопрос, мы будем спидранить данжи сегодня? Оу, спидранить данжи? Потому что, мне кажется, мы можем сыграть еще одну-две игры и заспидранить пару данжей. Что ты скажешь, парень? Я ласт играю прям. Я тоже ласт. Потом дела надо делать. Сегодня какой-то сумбурный день. Сегодня, да, день Слардара. Уже все происходит. Ребят, ну... Хочешь поменяемся, Саня, ты на расте, а на Слардаре? Не-не-не-не-не. Все равно надо понимать, что это тренировка, и мы становимся лучше. Ну, рандом драфт, я принимаю. Я не тоже знаю, принимаю. Не, рандом драфт это классно, это лучше, чем АП. Я с СДРом, блин, его нельзя рейтинг проиграть. А, кстати... Найтсталкером на рандом драфт. Ярослашк. Ага. Так, что тут есть интересненькое? Найтсталкер есть, Саня. Спасибо. Что о нем сказали? Не, я не буду Найтсталкера брать, я что-то другое хочу. Что-то другое. Смотрите, есть Мипа. Такой есть еще персонаж. Андрюх, исполнишь на Мипа? Ну, на самом деле он же не сложный. Ну, эти Мипы исполняют его? Не, я не хочу. Я к тому, что против нас мог. Несложно было. А на зомби тройке играл?
Да, но мне не нравится. Ну, типа, через Аганим выстрелить. Ага, uh-huh, ну да. Такое себе. Ладно, сори. Не хочу быком играть. Сори. Да, все нормально. Отошел. Ярошлашка. Блин, тут многие такие классные. И Визаж, и Рубик. Виверна. Строк. Ой, блин, вот, короче, опасайтесь, что у врагов будет Нага Сирена, потому что они взяли двух героев, которые я контрят, и я не хочу ее брать. Хорошо, опасаемся. Все, главное. Так, я что-то слышал, там кто-то говорил, что не будет на Найтсталкере играть. И он был пикнут. Играть, как играть? Все, играю. Рекламное ебло. Ярошлашк, давай в очередь встанем на батлнете. Как тебе такой план? Ой, блядь, nice ignore. Ярослав. Ярослак. Ярошлаш. Привет, Андрюшенька. Смотрю тебя уже очень давно, еще с бородатых времен, и всегда радуюсь каждому стриму. Продолжаем. Ой, очень-очень приятненько, Сумую очень приятненько. Кузико. Спасибо большое. Слушайте, ребят, как насчет того, чтобы вас закерил Legion Commander? Нет. Сука. А где доверие? Что-то бодрый пик у них. Ярослав, бодрый. В очередь встаем? В очередь? В очередь. Давай встанем. Поехали. Короче, так а что этот Legion Commander? Он же всех килл. Ой, я не знаю. Я не знаю, почему ты меня не веришь мне. Можешь брать мидера, который будет другой, но я буду этот. Нет, так легионка реально здесь хороший пик. Типа... Так да, а он мне сразу, представляешь, я такой, как насчет такого, что вас закирил Легион Халлера? А он мне знаешь, что такой? Нет. Вот так вот было. Вот на мид я бы пошел на легионке против Эмбера. Мне кажется, в легкую линию это просто бы, ну. Ладно, я на трубе просто проиграю на таком. Так, слушай, ну тут какая разница, куда пошла здесь легионка, если она здесь реально... Ну, конечно, конечно. Спасибо, Ярослав, спасибо. Это суппорт. Он как бы на стане словесного Рамса тебя как бы суппортит. Андрюх, мы можем все еще поменяться героями. Не, я не хочу на тролля. Так у нас же, типа, еще есть 7, ну как бы у нас просто 2 7 кэрри таких. На самом деле, ребят, вот честно говоря... В прошлой игре я не ощутил того, что я стал лучше играть. Вот в чем проблема. Боюсь, что играя на тролле, я также не буду ощущать того, что я лучше становлюсь. Ты лучше. Становишься. Потому что ты лучше, чем вчера. На тролле вот это вот по клавиатуре ёбнуло один раз. А, там слышишь, что-то пошло. Андрюха, ты очень хорошо двигался, хорошо лес бил. Как бы. А, ну да, это да, это правда. Спасибо. Ну как бы надо на другие аспекты смотреть просто. Не, да. Снова Нага. Шо? Так сказать, импрувить. Андрюха, хочешь вниз пойти против Наги стоять, качаться? Сань, я легко вообще. Давай, ты давай. Хочешь наверх? Давай. Давай. Саня! Не пишу, что я карту плохо закрыл, все равно видно ктеварды. Ну вот понятно. Вот. Поэтому их и ломают. Мне просто Саня кинул картинку для маленькой мини-карты, я играю с большой. Я тебе новую кину. А, ну для большой у меня нет. А как это? Я всегда с большой играю. Рекламное ебло, ты со мной идешь, получается? Ты можешь растянуть эту картинку там, и она будет как на большую. Вообще, более логично, так я так пошел с тобой Рубик, конечно, а не я. Вот, но я сейчас тебе кину. Ну, как угодно, просто я хотел бы видеть с собой кого-то. Нет, давай Рубик пойдет, я пойду с Саней, наверное. Саней! Саня. А чего вы не хотите пойти от Тролль Оракл? Походите, от Тролль Оракл, это сильно или не очень? Ну, я предлагал, ну... Так давай, что ты думаешь, я в миде, что ли, не простою, ну? Так, парень, подождите, у них кто-то из героев, кто-то точно суппорт. Эмбер. Эмбер. Да, Эмбер четверка, небось. Не, у них Леон суппорт точно. Ну и Эмбер.
Представляешь себе, какая так, вот история? Вроде разобрались, я еще видел саппорт Бристлбека, который Лил играл, типа, с ушкой, понял? Ну, в теории. Я видел, что это не очень закончилось. Против Оракла это херня, это гушки можно диспелить все и все, типа. Типа, Эмбер... Эмбер заебный, на самом деле, саппорт. Тут как-то раз недавно играли, пришел с этим сорбовином, просто фисты поебал, тебя кидает бесконечно. Да, я потом... Бесконечно раз... Хотя да, давайте вы пойдете сталкер, оракл вверх, а мы против наги пойдем с троллем, с ауешкой. Я уже в мид иду, все. Ты идешь в мид, да. Да. Ты мид идешь, да. Так это... Слушай, ну 18 секунд — это каждая пачка крипов, ты стабильно крипаешь в поебальнику. Сложная коммуникация. Мы разберемся. Так, а что, давайте разочек отожмем, чтобы показать, что мы здесь, напомнить. О, смотри. Напомнили. Сработало, пока никто ничего кайф, не... Кайф, все, так, пойдем играть тогда. Сыграет Мантис на Бристлбеке. Да ну, Манта? Это Мантус! Мантус! Ёпта мать. Запульте мне один Мантус, пожалуйста. Румынский Мантус. А что, Александр Юрьевич, а мы крепко долбим или по чуть-чуть долбим? Ну, мы до 5 минуты... Не крепко долбим, а потом начинаем прям раздалбывать. Ёбка, да? Хорошо. Прям питонить будете. Это... А ты не видишь ни хера, да, днем? Ты как бы трайдер. Я и ночью ни хера не вижу. Так, тут какой-то задрот нереальный идет чекать варды мид на наге. Ждем. Это нага мид, да, получается? Нет, это скорее всего лейн спорт. Также хотел бы проанализировать ситуацию, что примерно 18 секунд назад он прожал Mirror Image. Хорошо, alright. Типа по затраченной мане, да? По затраченной мане, совершенно верно. Или... Если у нас других скилл ни на кого не может кинуть. Сетку на грошика может кинуть. Да. Затраченный мани, значит, определил. Не, молодец, да. Молодец. Слушай, Андрей, ты прям... Все лучше и лучше с каждой игрой. Я отожму. Да. Или это не я сделал даже. О, это Вайпер! Вот молодец! Молодец тоже. Так. О, смотри, как он... Ой, чечек. Согласно моему таймингу, они... На быструю базилочку. На быструю базилочку. Давай. А тут бок пришел к нам. Он нас размотает, если что. Размотка будет. Ты можешь с нас, по идее, пуржить стаки, но я... Да, если он будет... Если он будет с гушкой, то вообще хорошо. Ага. Сань, я вот только не знаю, брать мне отс или... Так, походи. Мы берем отс, ждем, когда она начнет иллюзии, как ты уже пусть заметил. Ну вот да, я забьешь. Думал после об этом. Пока не нажмет иллюзий. Я был Бристлбэк, в чем-то. А я не умрём роли здесь вообще. Ну бей уже, наверное, Бристлбэк. Все, я взял тогда. Так, я пойду посмотрю, вдруг они тут воруют. Ой, блядь, просто они тут воруют. Бристлбэк заплевал меня. А что, он гушечка тебе? А я тут. Ой, и тебя еще трахнул. Найс. Просто счинаем на первом уровне человек и Бристлбэк. Что-то хорошее. Это баунти пока нормальная магия. Так, да, баунтосиков немного у нас, да? Нам два, еще два, и дали в рот. Просто Эмбер Спирит пришел к нам такой с чинами и съел нас. О, ну одно не есть. Помню, спали, да? Ребят, ну снизу у нас будет ёбка. Бля, у него реально рубовином, он сейчас еще будет. Да, ну это хорошо. Андрюх, не трать отцы. Не трать. Сверху у нас уже не ёбка пошла. А, я понял, что. Стики надо купить, тебе слышишь? Да, я уже. А как нам это тут работать? А я ему немножко буду заряжать так, чтобы он напрягался. Он напрягся. А давай в этого. А давай. Все, давай не давать уже больше. Все, есть позиция. Дальше кайф пойдет. Дальше ждем. Бля, нам тоже стики здесь. Стики мы заспаем просто. Ну, нам бы в магаз пройти. Сейчас второй берем просто, и они досвидули. Опа, а что это он хочет от тебя? Так ты бей ему кабинет. Аккуратненько. Кабинет у него отбивается. В принципе, у этого человека тоже по чуть-чуть. У меня, кстати, нет вообще этих. А что он тебе позволяет? Будет что-то накрутить ему? Ну, будет, но типа, видишь, он что позволяет себе. Ничего страшного. Ничего страшного. А ты ему этот самый...
Ай да Ярик. Так, ай я да. Вард тебе вернул. Забей только. Слушай, я, наверное, домой ТПС и на ботинке пробегу. Супер. Да вот, вот так работает, да? Да, да, все правильно. Ага, ага. Если бы не было. Не понял, была стратегия, чтобы типа утаману высосать. Да, это... не мог, типа, упа, он сломались супер, раньше времени. Крипов, а будет 20 секунд идти обратно. Это неплохо. Ой, да-да. Эй, ты можешь купить солдат? Ну, прям сейчас не могу, куплю скоро. Я просто с ботинком. Да, я вижу. Там, туда-сюда. Слушай, я, наверное, поотвожу пока тогда. Крипсонов. А, давай. Давай убьем. Хотя... Давай. Может, они не надо? Ух ты, надо, надо. Я сдох. Ты сдох? Я не знаю, сдох. Ты сдох. Нет, ты не сдох. Чё такое? Чё ты позволяешь? Ой, сука. О, пёс. У тебя будет вообще регенка? Так, он там пулит? Да. Это, ну, хотя зря он пулит, чувак. Я положил в тебя в этот, в чемодан. Угу. Будет, будет, будет. Ну нормально. У меня сейчас будет третий уровень. Что-то довольно много урона будет. Я уже столько раз, столько тычек им дал. У меня, кстати, реген кончился, он уже тяжело. Пожар, тут прям битый такой. Ух, какой он битый. Он фистами задоджит, по идее. Ладно, я этого так разомну чуть-чуть. На пол столба размял. В принципе... Продолжаю разминать. А он не разомнется случаем сейчас до конца прям. А ну-ка, Саня. А, он еще и лечится, и ты умрешь. Бля, как же это? Как же это наш. Тут, блядь! Это линия что-то. Вроде говнина какая-то, а вроде бристлбэк. Согласен? Все в порядке, все в порядке. Нам нужно с ним не драться, а так вот похарасили чуть-чуть и разошлись. Согласен. И согласен. Так вот они будут страдать на этой линии. Пока мы. Ну ладно, скоро 5 минута, тут-то мы их. У меня нихера нет. Просто вообще. Это я заметил. Сука, он стики выпил. Говноед такой. Вот это можно убивать вообще. Нам как-то баунти. Чао, я за баунти сходим. Угу. Баунти мы сверху не заберем. Это ударчик, наверное. Че? Или вот это. О. Свайпер. Так, и вот мы. А, я потом застегнул. Нас тут все баунти украли, если че. Блин, беги, Андрюха. Так, ну че, подопьемся? Чешо. Да, я дойду. Да, курицу вниз будем вязать? А, нет, нет. Нажал. Крип, ты куда? Вон куда-то. Нет, я без сапог, сэр. Это иллюзия. Я думаю, что за бык. Блин, денег на жмать. Ни на что денег нет. Бомжуем. Вообще, мне бы, да, чтоб ты пошел куда-то стакать, мне бы вам нужно. Ну, стакать, пулить, в смысле. Да, окей. Окей. At the moment, это я могу сделать. У нас, да, что-то все мисс куда-то. Все не, все здесь, вот они возвращаются. Мне кажется, мне надо тебя на линии ставить все-таки сейчас. Или чё? Ладно, я сделал даблстак здесь, сделаю. Ладно, бристолбэк принесу. Бля, что он... Андрюх, идём сейчас вот это смотрим за стаком, идём это заберём просто сейчас. Да, давай сейчас. Ой, быстро, да? Пусть она стоит, и прямо сейчас заберём всё вдвоём. Пойдём. Давай, кидай. Хорош. Так, а мне сейчас, наверное, лучше не отводить. Продолжай, да? По-моему, да? Здорово. Я с XP отойду. Хотят пушить там пушечки, получается. Я так. Я вард палил, но я думаю, это ничего страшного. Повернулся личиком. Мне сейчас нечего фармить, если будет хорошо, если мы или нет, тянем. Этот бристлбэкс.
Вот тут Ember Spirit. Угу. У тебя тотем есть? Пока нет. Тотем. Сейчас что будет. Если что, черный там скинул. Не, надо курицу принести с вардовой. Эмбера нет, кстати. У нас. Он у нас. А, ага, так может быть мы как-то его оформим? У нас Эмбера нет. Я не дотянусь. Я думаю, потом можно оформиться. И сейчас. Сейчас можно оформить все ебало. Да-да, мы сейчас тут погибнем. Ну вот сейчас, типа, у меня КД пройдет, у него адрегенов нет никаких? Нет. Блять, нас не убьет двоих сейчас? Сука, нет. Был близко вообще. Наш ранеч можем пойти. Да-да-да. Он гвард не донес. Может тэпнуться, наверное, или что? Так, ну я почти шестой левел взял. Круто. Что вообще? Да, да, я так. Okay. А вард по дороге поставил просто. Ой, бля, Бристол. Так, неожиданно в рот дает. Так, все, шестой. Не знаю, курицу. Держите, Ван Гог там. А. Угу. Мне не надо посетить. Спасибо. Так. Имбирь тут бегает. Он без ботинка, но с вангуардом. Такой крепыш такой. Ну, там пришло много, кстати, если что. Ну да, есть такой. Мы тут немножко чуть не очень победили. У нас есть, в принципе, командир легиона, который еще лицом к нам развернется. Да, да. Опа, поднимешь? Да. Кажется, он понял мою заначку. Нашел мою заначку, Са. Ладно, нормально. Ну, добрый. Формент. Ну, это пулить хотел. Вообще не нужно, да. А что, командир легиона не придет к нам, может быть, вот убить такого друга? Не, он уже без блинка. Ой, там... У него кулдаун. У меня и кулдаун, там, что-то я смотрю на хп вот этого чела. Да не, ну толпой-то ты повернешь нам в моего. Возьмем. Да иди, наверное, сай фармить, что, или что он. Нужен он нам вообще. Нага уже их лес фармит. Но убить бы этого друга не подошло. Ну я понимаю его. Вообще нам надо его убить. Леон сзади. ХП его сами убивается. Ну, начинаем потихоньку. Давай, Сань, я шестой скоро. Ой, хорошо, ребят, ой, хорошо, ну и все. Ну и все. Ну вот, а мы пишем. Ой, Ярик, как же мы его жарим-то, уп. Ой, пошла жарка, Алексиндер, ура! Так. Только я сейчас без злачи буду. Угу. Ты плевать. Нам Леона высыпить? Да, пробуй высыпить, а ты пойдешь до элитей, ему два дизейбла, да? Да, это Нага у нас на топе. Это Нага? Посмотри, он хочет руинировать нас, или чё? А я хочу тоже забрать. А он меня собьёт, по идее. Так, я скупился. Всё, 8 копеек. Так, там еще челик поехал. Не, ну это вайпер за 2 раза убал, на самом деле. Типа впервые вайперка проявлянгает. Ну. Так, курица аккуратнее, что-то полетело. Так, а мы если будем... Ярик, нужен бард здесь. Нам нужен бард или им нужен? Ну он постоянно вниз ходит на своем вайпере. Это что такое вообще, блядь? Так, у меня автоночек АД? Нет, у него 6 стиков. У тебя, по идее, никак не убивает. Понимаю, блядь. Вот не убивает, тут другой человек. 3 варды, кстати, у Леона. Это он Султан? Да, да. Нага наш лес фармит вообще. Я могу прийти к командиру легиона и нападать на базу на бристолбека. А, у меня не снимаются штуки. На топливо он идет, он сюда вард поставил. Да, будем следить. Точно поставил? Я вижу, у него 2 пока. Ну, где-то ходит, тут бродит. Я вверх иду, у меня ремонты. ТП вниз есть? Не берем. ТП нет, 5 секунд. 3 секунды. Я бегу пешком. Сейчас, если завалишь, я могу тупнуться без ночи. Давай, давай. Все, тогда не бегу вниз. Через 22 будет это самое. Супер ночь. Так, я чуть-чуть отошел, хорошо. Кстати, курица реюза. Я могу нейротоксин украсть, и мы бристолбека вообще разъедем. Да, 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 есть такое. Но меня пока и тошнило. Леон так с двумя вардами тут и ходит. Так. Что это такое? Давай. Иду, возвращаюсь наверх, короче.
по дороге попробую найти вард Леонистера. С нами деньги. Это тут есть настоящий среди них? Можешь так? Да. Вот настоящую нашел. Выгоняю ее из нашего леса. Андрюха, на меня нападают. Иду. Ты сейчас умеешь. Я лечу, я лечу. Сори. Я дам тебе ульт, если что. Да, мы не убьем его. Нет, да я говорю. Дуэль его, вот. Нет? Будет еще что-нибудь? Норм. А есть выпить? Понял, нет, сейчас ладно, я... давай, если Лана будет... Я бы тоже надо. Подпил. Давай, я всех. Дай бог здоровья. Максимум осетил. Рвел я. Эй, что он хочет мне? Я добавлю. Ну, нет. Я урну не буду делать, поэтому Ярик, можешь ты сделать. Урну? Могу, в принципе. А периодически люди в комнату заходят, и меня эти третьи удивляются, кто это. Тот вард сломал, тот это вард люди. Сломал. Угу. Наверху надо помочь. Да не надо. Ему уже не помочь. Пишет бойфренд. Так, а у него атосик, мне бы как-то спастись от этого атосика. Так. Что, мы внизу продолжаем вечеринку? Ну я тусую здесь. Да там имбирь, они уже вверх сместились, вверх осаждают. Я вверх бы шел и выдушил, убегал. Ну а эту вышку мы уже не защищаем. У меня есть супер ночь. Леон, возможно, тут вард поставит где-то сейчас. Вот этого можно попробовать убить, если он далеко, ладно. Я этого замедашу. Они у нас в лесу засели. Вот тут реген. Надо комарген, может быть? Nope. Я выехал. О, минус 3 стака. Он что-то психанул, да, походу? Ой, в пизду. А на зуба подойдете, если он побежит? У нас вижен хороший. Саня, полетишь сюда? Я лечу, но... Не сделал ночью. Давайте с ночью попробуем. Смотрите, идет. Ребята, хелпа нужна. Там еще и вупсень. Вупсера я украду сейчас. Там все. Вы поможете мне или нет? Я вайпер, украду мне ретакси. Общайтесь хотя бы, поможете. Что-то ко мне идут. Я иду тоже. Там обсуждают все, что вы дерете. Я... Ребят, мы легко убьем Брисла. Давайте. 15 секунд без ночи. Сейчас баунти руном, и тут все надо забрать баунти. Там еще такая вот штука. У нас не ретакси. Ярик даст ульт. Я даю Бристалбека хрень, вот его надо просто под токсин убить. У меня пока нет. Давай, есть токсин. Я пошел дальше. Хорошо. А дай под дуэль. Бан-дюэль. Ух ты. Тут вот, смотри, по-братски. Человек еще сзади. Ладно. Давай вот этого дуэль. Ладно, следующего дуэль. Не этого, потом за дуэлем. Да. Ну что, вопросики у кого-то? Никого вопросов не было, потому что я тебя чекал, у тебя... Вопросики. Я говорю, я сейчас украду у него, он же вот идет по речке. Это Александр, лечение. Тебе кажется, что это больно, но на самом деле это лечение. Хорошо. А так, кстати, обычно лечение и работает, как правило. Да, ну, да. У парня сейчас фармёшка пройдёт с токсином. Да, я вижу, хорошо у тебя. Я пойду побью лес еще, вот эту штуку доделаю. Ух ты. Опа, я иду на него. О, я тоже иду на него. Тут в миде надо оборонять, поэтому я пока в миде. Поднимешь его? Давай, на серфере. А можно на дуэль, ребят? Ты обещал, Сань. Ладно. Ну, давай, как-то... Андрюх, я бы и рад тебе дать дуэль, но ты не хочешь. Да невозможно. Смотри, он больше без ревнотов. К вам идет вайпер, я ухожу. Вам бупик идет. Ой, ребята, дуэль, конечно, выиграна, а дальше что-то ТП можешь какой? А, там отсу. Ой. Так, ну мы тут можем. Смотрите, а можем на нагу? Это настоящая нага, нас дипу займем. Давай. Ярик, накручивай.
Оу! У меня будет ульт, Сай! Они сейчас вард поставят. Давай. Можешь драться, просто я тебе ульт дам, и ты победишь. Кого будешь бить? Дать вайпер, он близко к нам. Он под нейротоксином. Полетел. Сан Юрич найдет. Правильную найдет. Блять, 100 демеджа. Сан Юрич, вам не стыдно? Тут у нас, тут. Там. Так, добивайте. Давай, Сан Юрич, давай. Все, Фобос сделал это. Ну она мансила как бог. Как ты? Как бог игры. Дай бог здоровья вайперу за то, что взял этого героя. Ты уже и не против, да, играть против него? Так, да. Я фармлю, и Бристалдака убиваю, и вайпер убиваю. Когда вайпер был в мете, они сразу все просекли. Ну, типа, когда он на хп забирался, что нужно рубик. Рубик и морг, да, против него пикались. По той же причине. Тут в ордуле было. ДД надо? Пропал, да? Да, я возьму ДД. У нас есть Владмир какой-нибудь? Мы можем под Роши копать. Я сделаю. Владмира нет, я могу в теории сделать потом. Я сделаю. Прям сейчас есть? А у нас медалька есть? У меня есть медалька, да. Очень много крипов идет сверху, вот что. Поможете его? Он будет только кушать. Да, я помогу. У него, кстати, он духа не поставил. Кинага без слипа, то есть мы сейчас... Ярик, накручивай. Да-да-да. На, плевуха. Во-во-во, решено. Вверх пока забиваем, да, на эту форму? Опа. Ну, инспектор может пойти. Ну, давайте, да могу, наверное, если... Вайпер, кстати, был. Опять же, по нейротоксинам мы его очень легко убиваем. Инспектор идет наверх пока что, еще за демедж. Ладно, я пошел наверх. Саша, ну... Саня, ты... А, нет. Хотел тебе боль сделать, которая потом превратилась в увлечение, но... Ну, ешься. А, извини меня. Не-не. Хвосту. А, у меня, если что, есть ульт и урна. А, Рьюс. У меня Владмирс на базе. Ну тут можем подождать, сейчас кто-то выйдет, по идее. Жиза. Нет, не выйдет. Вардик был. А если я как этот самый порезу? Ты нейротоксином, ты сектор. Ну ты можешь, у меня где-то есть. Я мог, но я бы прыгнул бы и сдох, как обычно. Ух ты! Галик, надо спилы. Ну, Ярослав, это боль, которая меня вылечит, я понимаю, я, блядь, в курсе. Помогите! Я в этом, Кикси. Опа. У меня финкер. Ты можешь стоп, я думаю, пушу. О, фингер! Пожалуйста, маны не хватило. А! О, хорошо. Рунки снизу заберете? У меня же линза нет, и радиус такой большой, это херы. Или не заберете снизу рунки? А, у нас снизу вышка, нага, шпрага из-за врага. Надо отпушить кому-то. Я иду. Ой, ебать, это настоящее, что ли, так все это происходит? Иллюзорная. Книга 26 там. 26 голды, так-то. Так и знал. Смотрите, играем с ними? Ночь, если они выбегут. Опа, здорово. Подержите его на дюэль, ребят, на дюэль. Тут эти наги. Это мой друг инспектор Дрыно. Инспектор Дрыно, си. Кирилл, ты либо в муте, либо чё там? Чё, не, я не... Чё? Посмотри, у него своя игра. У меня своя игра, я грипов бил, блядь. Всю игру. Теоретически могут баунти лежать, там вроде Нага была же. Ага! Ой, блядь, он даёт. Ну, а где-то у них глифа нет. А у нас есть Аегис и катапульта. И Владмир. О, это кто? Нормально. Я возьму, короче, 60 снижения квейболт. Пускай я буду снимать. 100 дэмэджа буду снимать на 21 минуте. Что вы мне это скажете, Илон Маск? А... Да. Смотри, настоящее. Боже. Это что такое? Это ниндзя. Давайте снизимся отсюда. Давайте шарим. Снизимся? Пойдем. Ладно, я на топе убиваю. Ты так настоящее, вот так. Ой, Александр, а тут что-то не Сан Юрич нормально, он все это рассчитал. Он же чейны потратил уже, что понял. А вот меня походу чейны. Боже, он не фармит, он просто за мной бегает. Мне пришли чейны, если что, здесь.
Так ультуй, когда кайфует, тупо. Да смысла мало. Ух ты. Ультовать и кайфовать. Спасибо. Уходи, уходи. Сейчас будет Solar. О-о-о. И скоро будет супер ночь. А, смотри, а ты ходишь один пятерых? Килл. У нас нападение. Я тапаюсь на шрайн, надо помочь. Надо помочь. Принято, принято, выдвигаемся. Ну он с Аегисом, типа. Опа. И побежал. Давай, и побежал, давай. И побежал. Че, кого, суки? Сука. Он точно стоит. Он так по такси надо. Дай дадим на дюэль. Ты куда, не проходи мимо. Нага вас вроде. Это тоже по токсину. О, и Нага под токсину. Я зацеплю, по идее, слышите? Давай, давай. У нас есть Solar, мы можем Final Push. Да, я крипов сейвлю в меди, нам уже и... А, тут Нага умирает. Все, я, короче, идем. 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 Есть кого подлечить? Курицу. Я манботинков не имею. Сходить надо, конечно, за линзой, ну ладно. Нет времени. Блин, а я не встал в очередь. Да, cool story, Боб. 5700 очередь у меня. Не понял. Что это значит? Я не знаю. Очередь Боб. Если кому не понятно. А ты вставал в нее? Ну я встал, да. 8 секунд подъем. Опа, там инспектор нападения устраивает. Это вот настоящий нагрет. А давайте мы так, будем убивать этих людей. У меня есть ульта, тут правда, блядь, такое, блядь. Они по такси, наверное, если что. Ой, сейчас там взорвутся я просто все нахер. Смотрите, ребята, у них минус 100 дэмэджа у всех. Так я в хиксе тут бегал. Пока жопа. Наблюдаю. Я не могу драться. Не без дэмэджа. Сейчас жопа. Еще раз режу. Поймать пока? Да, по-кодному. Все, ты под фонтан? Хорошо, меня остановили, но... А я тебе дам Solar еще. Хорошо. Ладно, давай всех их, они наши, все скриншоты. Наши, наши, конечно. Solar, живи! Так, мужики, а как парни умереть здесь? Теперь... Парни, главное, меня не отдайте. Два ТП делаю, да? Юл. Не успею. Далековато. Так, заиграли. Все, проиграли. Да, проиграли. А мы Нагу не убили, что ли? Нет. А как она не умерла, она же там была на 0. Аааа, она такая, хоп. Она под фонтаном была. Гиперспортсмен на Наге. Если мы проиграем, то это из-за этого момента. Да. Так и запишите. Так и запишите этот тайминг 24.00. Так и запишем. Ну, как обычно. Началось вот это вот. Нет, заиграли, значит. Баунтюлики заберем. Баунтюлики, Андрюха. Баунтюлики, принято. Надо взять, надо взять. Баунтюлик снизу, я сейчас пролечу туда. Вообще, если мы возьмем Кримсон, под Кримсоном... И сразу нападение на Бристол Бракса. На Бристол Бракса. Ой, а куда этого? Ой, я не нажал Solar Crest, но... Бля... Это как раз Blade Mail. Вот это из-за Blade Mail, Сань, все из-за Blade... Я же нажал! Я точно нажал на какую-то клавишу на клавиатуре, блять, только. А это оказалось не она. На какую-то. Так, у нас тролл на фиде. Так, а он так-то, по-моему, без буйбакинга. А, тролль сдох, буйбак сдох, да? Вот, надо сломать, давайте пока. Давайте сломаем это. Давайте. А вот что-то в миде они себе позволяют, может мы их подумаем? А мы пока ломаем. Битпиздом? Мне нравится, что он все идут. О, они сюда сами идет. Летят, или что это такое? Я могу напасть на него. На Леона, гол? Смотри, поднял. Да вот-вот, Нага. Ёбку, ёбку, ёбку. А вот это на Вупсине. Они все без буйбакинга, если что. Ого, он. Че, если Андрюха там майтом и экстренно падает. Как молодой, как молодой. Подождите, парни, вопросик есть, мистер, месье, мишу? Он без духа. Месье. Сан Юрич просто зашел в них. Реально вошел. Саня, это больно, но потом. Я готов. Я готов терпеть эту боль. Терпи, терпи. Потом будет очень приятно. Вот прям скоро. А еще смотри, клареточка. Ой. Я сделаю Кримсон вам там. Ты вчера ему спит на сталкере берешь? Не, по-разному.
здесь башеров очень много. Когда у тебя и так 200 урона там сульты дается, то почему бы не взять морспит уже? Не, ну типа у меня здесь давай, есть Сань, тролли и легион. Чё, а давай ты бей. Так, а что это за Бристл Бракс тут ходит? А ты хоть ко мне далеко пары. Меня попал. Все, это за прошлую. Давай. Дай, 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 дай. Выиграл, выиграл, хорошо. Сан Юрич, живем. Пока живем. О. А что там? Я тебе дам соляру. Давай. Она что себе позволяет? У неё дэмэджа нет. Ой. Дрюно, бежим. Поехали. У вас вообще там этот есть, подходит. Так, а курица у нас тут. Помогите. Да-да-да. Троллейбус. Троллейбус бежит, да, на тролле. А троллейбус... А что это такое, смотри, мы... Троллейбус страхал в рот вас, он ломает базу. Троллейбус, excuse me. Гайс, 10 маны, 10 маны, 10 маны, сейчас. Оп. Ну давайте, на мув давайте. На него, на мув. А это что за ливер тут? Это ливерная колбаса. А смотрите, а можем на ногу? Guys, excuse me, hello? Да ты сам сможешь. Ну ладно, давай. Ой, что делается вообще? Сан Юрич. Чё тролль, где дэмэдж твой, тролль? Реально, где урон? По бараку нормально? Где дэмэдж, где урон? Давай, давай, давай. О, ты сделал. Давайте еще 40 минут поиграем. Давай. У них 0 сторон осталось, получается. У них есть Нага, Эмбер, Вайпер, Бристлбрак. Пойдем Рошана убивать. Уже смотрю, как Эмбер четверочка. Так, подождите, подождите, мне нужно. Он сейчас Майл Шторм. Мне нужно найти врага, мне нужно найти врага и убить его. Ну-ка, где? Где настоящее? Найти и обезвредить. Не настоящее, не настоящее. Смотрим дальше. Ищем, он играет. Иллюзии. Ну давай, давай, сейчас, 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 блядь. Не, настоящий там. Все, я прилетел. О, а ты к намиде настоящий. Ладно, у меня тут идейка другая. А, ты шоу! Тупает все. Ой, сука. А что, может мы давно Маршана там убивали? Он есть, можем убить. Пойдем убьем. Ого. Ну давайте. Да! Опа! Мантус! Мантус! И ты пнулся! Блять, коммент! Как он это соло сделал? Слышь, я, конечно, понимаю, что он бристлбэк. Так, туда оставьте, туда оставьте. У меня этот есть. Это Мантус. Ты там чувак просто ливнул и не возвращается. У меня этот. У меня есть смок. Мы можем взять ДД и под смоком въехать прямо на рампу. Это Мантус-то. Давай, вы придете под смокингом? Парни, ну мне доедалось, надо дофармить. Очень важно. Ну ёпта, Андрюха. Ну чё, ну там Андрюх, чуть-чуть. Надо ехать уже, давай, давай этот самый. Ну чуть-чуть, ребят. Андрюх. Да стакните просто чё-нибудь мне вместо ружья. Го, госмок, 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 и на боли, да. Давайте, давайте уже. Ну Андрюха придёт к нам? Ну Дрюно, ну Дрюно. Ну ладно, ладно, ладно. Ну Дрян, ну Дрян. Слепую зону, слепую зону, парни. Вот видите, вот он, слепой. Давай, понял. Он на зоне? Так, я ещё вэмперы заряжаю сейчас ещё. Сыр съел, ё-моё. Блин, ну Мантус реально делает додожил, грязь. Додожил. Мне бессилие дали, бессилие, я бессильный. Hello. Ой, это Андрюха, ну, Дейдалусом, да, нет, с Кристаллисом. Да нет, Дейдалусом, ты дело. А, кстати, что было бы с Дейдалусом? А, да нет, пизду вас. Все, день начался, я уже не... Бам! А смотрите, я вам такой мини-сайл. Раз! Такой, детский раз. Сайл. Сеточка, сеточка сейчас будет. Нет. Блин, у меня нет Дейдалуса. Идет мне давать этот самый, Фингер. А, нет, показалось. Отмена. Ну что ж, это гениальный состав.
Да. Так и есть. Да. Потренируем еще рекордов Нардара и тебе, Сангел. Спасибо, да, и вам, ребят, большое. Да. А что, все закончилось? Что, завтра на тренировке во сколько? Ну, как? Сколько? Тоже как время, обычно? 5 часов у нас каждый день тренировки. Тоже время начинается. Где-то послезавтра, да, где-то? Может, пораньше, да. Может, где-то в 4 или в 3? В 4 или в 3. Ну, я с 3 начинаю, но ну, мы можем где-то пораньше с 3 или с 4, но в 5. С 3 или 4? Да, 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 но в 5. Да. 3, 4, ну, 5, 5, 10, 15, 5, там плюс-минус. Как соберемся, как соберемся. Ой, рейтинг, как же идет рейтинг вверх, он в гору просто пошел. Да, за. Ты меня просил, Ярик, Ярик. Оу, 0 бэтс, 5 сабов, спасибо большое. Оу, щет. Чем бы нам заняться, Андрей, пока у нас нет киберспорта? Ну, играть дальше, видимо. Блять, надо 5 найти, пизду, не 5. Да, ну можно найти 5, и чё? Есть же 5 людей в мире. Кто лишний? Так, Сани ушли. Ушли Сани у нас. Так, ну и Sunlight тоже, кажется, ушел. Этого я не понял, походу, да. Ну я подбрею тогда его на всякий случай. Рубик на месте, ТСА есть еще, значит, смотри, Зиковский, не уверен, есть Настя, invite to party, ТСА, invite to party, God, invite to party. Так, ТСА заехал. Ну вот еще один. Так, дорогие друзья, пока небольшой реклам ДПА уже. Блин, я боюсь, как бы не было слишком поздно уже, когда я зайду, потому что мне показывает 104 минуты сейчас. Ах, ну что ж я не начал вход. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какая досада. Ну ладно, ничего страшного. Подойду, короче, ищите пока. Нужен человек. Нам нужен человек. Человек. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый. Так, но нам нужен в действительности игрок еще. Я так понял, ТСА это плеер от четверки. У нас Ярослав, да, Рубик. Блин, а я не знаю, как мы будем играть. Ну ладно, нам все равно нужен еще один человек, а там разберемся. Шакен есть, но Шакен тоже суппорт. Вот это, конечно, да. Нам нужен тащер. Мидер. Мидер-тащер. Есть у кого-то такие, может быть, друзья? Вова Пейн. Не, Вова Пейн нам подошел, но, к сожалению, он снус. Смайл есть. Тяжко. Ладно, давайте тогда Шукена и Нвачу там придумаем, как будем играть. Be right back. Yep. Что тут происходит? Нет игрока, да? Значит, никто не заходит. Нет игрока. Здорово. Привет. Очень жаль, что нет игрока. Ладно, короче, раб, тут, типа, ищите. С чем? Мне надо тут дела сделать, я рядом.
из бач, Агаин. Привет, Андрей. Есть ли хоть малейший шанс, что ты соберешь людей и постримишь тататышечку? Граждане. Он тоже отошел, тоже что-то там по делам. Nice. Я понял. Ну и что, как мы играем в итоге? Есть информация? Рубик, ты на ком душишь? 4-5, наверное. На чем? Че? Че? Где? Четверка? 4-5, да, 4-5. Блин, на ком будет играть просто... Я тут. Алло. Да. Парам-папара-папам-папам-папам. Так, ладно, чё, я тогда стартую. Шакен, на ком? Кто у нас будет мидер? Ну, я могу на полшичке в мидок. Понял тебя. Тогда play.dot find match. Ярослав там нажал, небось, на свои штуки. Ну да. Поставь тогда мидера, наверное. Я так понял, что... Ну и кому-то нужно оффлейн еще выбрать. Здравствуйте. Короче, смотрите, у нас какая ситуация. Ярослав, я так понял, пятерка кузнецов. Рубик на четверке хочет. ТСА тоже на четверке. Шакен у нас может мид, в принципе, пойти. Вот, поэтому... Короче, кому-то надо поставить не четверку, а оффлейн. Кто готов на это сделать? Пойти. А может Ярослав за этот на оффлейн, а вы там пятер. Ну давай поставлю, да пофиг, давай. Все. А может соберемся. Okay. Я могу в центр сходить на бруде. А чё, а чё тут? Не, я вообще в центр походил. А, я, кстати, поставил центр, и мне ищет на центр. Вроде. Если хочешь на центр, то пойдем иди на центр. Ой, ну ладно, Жеки, вытащил вас. Ну понятно, начинается. Чтобы курить не с кем. Ват? Что? Киберспортсмены, это, блядь. Блин, да я не умею набрать сабов. Это же надо вот это всякие там саб-шоу с чатиком общаться. Просто когда играешь в доту, тяжело... Ну, играешь в доту и потеешь, тяжело достаточно... Это нам вопрос? Это вопрос. Общаться с чатом. Забалансировано, чтобы жир был забалансирован. Да, в первую очередь. Ты хочешь заказать еду, да? Да. Ну, это либо пицца, либо роллы у меня обычно. Парни, ну что такое, пицца, роллы? Нет, это на самом деле, вот реально до 25, мне кажется, это прокает. Потом ты уже начинаешь такой, бля... Ну да, что-то это как-то шашлык у меня... номер один. Вот, я, блядь, встал с это самое, встал с кресла, у меня сердечко прихватило, что-то, может, ну его нахуй? Классика, кстати. Шашлык норм. По-моему, кто-то недавно тут шаурму заказывал. Шавуха тоже топач. Нет, шавуха это ну, хорошая шаурма. Бака шавуха. Шавуха это в принципе... Ростовского пробовали. Шавуху. Легендарная, да. Вот насчет, кстати, скотина, насчет того, что с Нованцером общался с чатом, это я согласен. Самое главное в шаурме, чтобы ее готовил не русский повар. Вроде как. О, баклажан, хинкали. О, поехали.
Хинкали. Хинкали это покча. 17 так. дней до 25. Еще можно пиццу? Да, пока нормально еще. И сацебели возьму еще, окей? Сацебели, да, нормально. Сацебели, вот, туда-сюда. Так. Центр, да. Мидлейн. Че за бань, че за бань? Не, ну земелья был крепкий, конечно. Че за бань, че за бань, че за бань? Да, земелья всегда крепкий. Так, ЛС-пика нет, да? Так, понятненько. Давайте тогда сразу представим, что у них уже бурда пикнута, и мы против нее... ну, кстати, это не меняет ничего. Ну, да. Это инвокер пост 4. А вон тот чел по-любому на бурде играет на 851 ранг, такой типа, сейчас эту бурде покатаю. Ну, естественно, с имморталами, с дивайном 3, вот это вот на брудке сейчас нормально поиграю, блядь. Еще у него 88% винрейт на мипа у него. Блять! А-а-а! Не, ну вообще мипа VS котла, по-моему, вообще не играет дота. Но это как будто бы, а на деле шар разбивается просто за полсекунды. Господи, зачем они спамят свои ссылки в чат? А у меня все замечены. А у меня тоже все замечены. Ну это правильно. То они вообще... Тебе в чат это, походу. Да. Уже не с вами. Тебе в борщ. Ла-ла-ла-ла-ла. Они поняли, что все плохо. Ой, они сейчас смотреть будут стрим. Фу. Ой, как съебало. Шакен, ты на харде, да, бустаешь? Ну я могу на три пойти, если не хочешь. Так, ну пока что вопрос стоит, конечно, насчет того, кого бы мне взять на керри. Давайте троечку там это возьмем, там, суппорта, стегера. Минус 200, минус 300. Блин, сорян, кстати, да. Так, что у нас за СБГ Гэмпред, Андрей, если хоть малейший шанс, что с людей постримишь вот эту эшечку. Малейший разве что шанс есть, но я не думаю, что... Что? Потому что ты надоел уже всем, откровенно говоря. Спасибо большое за донат. Извини, что для продолжения ждания. Вот этот герой сейчас норм вроде как и на 4, и на мид, и все плохо еще. Да, только против мипа. Норм ли он против мипа, блядь? Вы уже мипа, да, видите? Ну если чувака все игры на мипа, значит он возьмет мипа. А, блядь. Ск мипа. Ой, нет, ну есть вроде бы классный герой. Но какой, мипа? Нет, вес этого героя, но... Какой такой? Геймплей мне очень такой не нравится немного. Брут? Мадр? Да не, Вес Ларка. А-а-а. Так, короче, Слардар, Слардар, блять, как... Я взял и отошел. Я понял, как неприятно мне будет играть, по-моему. Но... А как мне играть кем? В ПЛ, что ли, брать? Не, ПЛ не играет дота. ПЛ коммунистый герой. Могу, конечно, какую-то Нагу попробовать взять. О, Нага нормальный герой. Нага, ну Нага под пака, под это все как-то у нас не вяжется ни хрена. Что? Нет связи, да? Нет. У тебя время 2 секунды. О! Это герой! Вообще да, тоже никак серьезно. Абсолютно не вяжется, но ты сказал, о, я что-то такое, ну бля, давай. Нет, так смотри, так. Так нет, смотри, когда Сларка мало хп, он виден, пассива не работает. Понял, ты ему навешиваешь залупу заранее драки, он не может даже в ульте бегать нормально под ней. Понял, принял. Вот, с котлом, дело. Смотри, типа ты вешаешь, я толкаю, дэмэдж, вам-бам, швекл, бэкл, мэкл. Макафо. Теряй, йоу, микафри стула. Наконец-то Слардар Лина приходит во флейн. Точнее, ну да. Хорошо, что есть котлс. Хорошо. Нам повезло. Повезло, что кто-то играет на котле. Я уже думаю о том, что Бладрайт взять на первом уровне. Да, убегай. Сука, что я сделал вообще? Я случайно нажал. Не, мне не надо ничего, все. Блин, а Бладрайт, какой же он кайфовый. Не, ну с другой стороны, на первом уровне сразу с Бладрайтом. Хотя, блядь...
Хиромайт, вов планируется после, там очередь сейчас, в данный момент еще вот такая. Вот такая. Блин, а я ведь и вправду задумался о том, чтобы вкачать Бладрайт на первом уровне. Посмотрите, как у него кулдауна вообще нет. 12 секунд, 125 АУЕ дэм уже. Кидаем, забираем крипов. Ну, под рунку можно взять, наверное. Я думаю, мне кажется, всегда Бладрайт сейчас на первом ты берешь. Потому что это настолько да. Жестко. Кидаешь куда угодно, маны у тебя много. Что жестко, что жестко? Бладрайт на первом уровне. Под чакры потом еще будет, прикинь. Под Бладрайт, Бладрайт. Ну да, слушай, так под чакры реально бакалажан будет нормальный такой. Yes. В принципе, Бладрайт, они пытаются из него выбежать, тут... Та-та-та-та-та. Я тут. Та-та-та-та. Успеешь-то? Ты надо бежать. Да, вроде успею. Так все, отжимаем или что? Да-да-да. Короче, смотри, они пытаются выбежать из Бладрайта, а тут ржомба. Вот уже как бы. Ну да, типа они пытаются как-то отделаться от ржомба, а это на самом деле двойная ржомба была. Да, третий кину потом. Это пиздец, двойная ржомба. Так, а что такое? А идет, смотри, инворкер. А что это он идет? А ну-ка иди сюда, блядь. А ну-ка иди. А, это Лина Мид, что ли? А чё это? Ну, походу. Сюда. Ой, двойная... Это двойная ржомба, Андрей! Ой, тактика. Тактика двойной ржомбы. Не, ну вообще он получил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пиздюлей. Там а, только Слардар, если чё, сам так называемый пиздюлей может давать. Но только не нам. Только не нам, согласен. Так, он уже две танки съел, смотри, как мы его пробили. Ой, не может, не может. Хочет дать ржомбочку. Он даст тебе! Он дал. Ой, тычку как-то хаза. Опа, а он не знал. Он не знает, он лол. Он не знает, лол. Удаст! Сука! Ладно, ничего. Он, по-моему, будет. Возможно, он даже через ржомбу дал, я не... Может быть. Опа, хорошо. Ой, смотри, а он не умеет динаить крипа, хотя он мог. Задинаешь что-то? Да. Ну и пойдем тогда сюда. Хочет сбить кларетку! Он знает, что я... Он клауд-снип кинул? Клауд-снип. Развел на колсна, плоха. У меня там, наверное, бесконечная скоро будет. А у него нет! Я буду мешать ему добивать крипов там или чё. А он и не умеет их добивать. Оооо! Тильт у него. У него один заряд говна. Слад пробить нормально. Па. Это ржомбочка. Тихо-тихо. Ржомбочка это первого уровня ржомба? Да. Ржомбочка, такая микроржомба. О, видишь, ржомба какая. Опа. Ой! Ты одного ранжика забрал, так понял, да? Да. Нормально получилось. А так. Ты? Не, я он задинал второго. Как-то через ржомбу, сука, пробил ржомбу. Есть пробитие? На Слард такой вкусный бегает вообще. У него два удара. У нас так хочется. Ой, смотри, сейчас ржомба на КД. Ржомба есть. О, Cold Snapking накинул, жесть вообще, конечно. Ты хочешь ударить? Две крипа. Сосать. Правильно. Сосать. Не, он, конечно, с регеном своим стоит, на реген начинает. Размениваться может, якобы.
Он не под ржомбой был, поэтому добил. Вот же. Ржомба на когда? Понял. Скоро будет ржомба. Понял, принял. Чего ты? Его 4. Курицу вниз будем вязать? Не, мне не надо. Ну, юзай. Мне нечего там. Я бы, да. Я взял себе и потом. Окей, окей, окей. По противоплины желательно. О, тактика ржомбы пошла. Чел, ну это прям жесткая ржомба была. Да, двойная, как и обещалось. Всегда ему хуёв, сейчас ранжей не дам задвинать. Активная в боте. Риос курица. Аффирматив. Ой. Слушай, ну мы и устраиваем его на самом деле. У тебя будет ржомба если что? Нет, вижу. Когда? Ржомба когда? Враг все потратил. Все, враг разлетается. Враг не фармит. Ой, Андрей, ну это на это наша линия, да? Жи. Танга нужна, может, да. Да не, я же да. Этот самый Бладсукер. Бладсукер, так, у нас тут вариант есть такой, где мы забираем баунти руну хотя бы одну у них через 30 секунд. Мне нравится. Ой, он уже, смотри, все, в тильте. Пытается добить крипов. У него не получается. Можем обе забрать на самом деле. Ты еще и ускорился, соответственно. Котлан 0. Опа. Это ржомба. Надо ли нам оно? Ой, я, мне кажется, не надо оно. Тут реген лежит. Опа. О, Андрей, а ты прям пошел, да? Андрей, ты будешь брать реген? Я оставляю. Андрей, я убью его или ты убьешь его? Убьешь? Я убью. Я возьму реген, да. Да, да, бери. Дай бог здоровья. Лина 6 левел, взяла реген. Понял, принял. А, и вот она, кстати, еще выслеживает тебя. Я на вот эту штуку тогда. Спас нас вновь. Блин, вновь. Вновь. Лина хочет меня убить, но гениальный вард сейвит меня, поэтому она... А, цесет писас, по которому я ходил. Писас. Опа. Она еще получила она рот и улетела, да, я знаю. Я ее под вышку откинул, она там получила пару ржом по лицу и все. Ой, смотри, все, он не играет вообще в игру уже. Ну, он, ну конечно, он в тильте таком. Он пришел на слардаре, думает, сейчас линию будут душить, а на деле душат его. Курьер Андрей, Андрей. Курьер Андрей, да. Курьер. А что, Андрей, мы может быть, или... Так, а как бы его зацепить-то? Нет. Я вот думаю, я вот его, видишь, с руки, с рученьки, с рученьки. Огр мисс. Лина мисс. Будет ржом будет сейчас? Да, 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 ты накидывай, если что. Первый, о, ну они отойдут. Ладно. Огр, вот тут вот, может быть, важно. Но ржомбочка все равно будет. Он хочет, хочет! Но сосать. А все равно захочется. Так, у него один, два. Ржомба пошла. Так, слушай, ну вообще он сейчас тут у нас играет, мне кажется. Я думаю, в ОГ в финале такой же будет. Там дискорд у них тоже ржомбу туда, говорит. Ага. Синтряйс, если что. Трусайс, там посмотрим, такой же. А что, пойдем за ним? Ржомба будет какая? Нет. Ржомбу кидает. Сука. Бля, я уверен, что так и было примерно. А, Лина в бот могла мувнуться. Опа, что это, подожди, он кажется на ржомбу наступил. Ну так, есть пробитие небольшое. Так, мне нужно курицу завязать, там у меня куча всего этих вардов. Я сейчас вообще по КД буду ржомбу ставить свои. Давай, ну у меня... Сейчас, я себе заливаю пока. А этот диалог был, когда, помните, вот тут ликвиды дефили 42 минуты. Мюрикл такой, сейчас ржомбу поставлю на арквардане. Иллюзия Лины в миду, если что, она в топе может быть. Я немного от тебя мясной, я пойду варды прям много ставить. Мне тут надо. Нет, Лина в миде. ДД будешь брать? ДД? Или оставить? Лина идет вроде ДД. Я заберу, короче, там. Угу. Она, у нее нет вижена.
Я слышу, просто фармлю. Да, я понял. Я, кстати, могу доебаться немного долины, кинуть ее зомбу. Ну, самый просто... малый, можно доебусь? Ну, ты доебывайся, я качаюсь. Смотри, я прям доебался. Не, Ярик, я вообще не хочу. Да понял, понял, я у него малый просто украл. Блять, а как меня могло... Почему меня дропнуло из очереди? Прочитал, гайс. Тебя дропнуло из очереди? О, инвокер. Чего, блядь? Эй, парень, отменять, не знаю, что такое ржомба, кажется. Отстань от меня. Так, я кстати, Ярослав, возможно, тебя тоже дропнуло, потому что у меня сейчас в очереди 2000-е место уже. А что это они хотят? Ой, блядь, там не туда. Не туда, так мана. Нормально. Лина мисс. Слышишь, Ярослав, тебе тоже надо переставиться. Ну давай, сейчас проверим. Бля, меня тоже дропнуло, Андрей. Я пока авк. Давай. Надеюсь, они врут. Я жив еще? Да. У меня есть тетер жомба. Я погоди, проверю, что все нормально. Ходный дроссер. Ну давай! О, все, да, работает. Где я, где я? Опа. Есть ржомба, кидай? Или что? Давай. Эх! Ну и хер на него. Отрегенится. Он все продумал, он все продумал. О, баунтирун сейчас. Сейчас ман залейте. Не вокер минстал. Да почему мне так лагает? Вот тут эрген. Надо эрген, может. Че там это? Нормально. Баунти забрали. Возьму. Ладно. А, у тебя бот там. Там регеш лежит, надо регеш? Не, мне не надо. Я курицу взял. Мне медас нужен только. А че, может кинешь ему какую ржомбочку? Микро-ржомба пошла. Не понял, да. Ты чё там? Так я за эргеном скажу. Давай. Не, ну лица, конечно, разбиваются знатно у нас тут. У нас в клубе. И у меня сейчас структура будет. Предлагаю оставить его без лица. А сейчас ко мне книга долетит до меня. Всё, у меня есть этот шар, дискобол. Чё, кинешь ему? Или... Пока нет. Пал? А сейчас. А сейчас. Блять, какая ржомба происходит, нахуй. Ну вот. Как-то все пиздец, как криво, но нормально. Лина идет, смотри. Хочет меня с ульта, кажется, убить, а я не хочу, чтобы она у меня убивала с ульта, поэтому. Да, отойду немножко. Хочет меня, смотри. Сэр жомба, я ушел. О, смотри, он, кажется, словил ярость берсерка. Возбудился, да. На что если... Он такой, всё, такой, я... Чик-чик-чирик. А чё, я в мидл пошел пушить тогда, тут уже ловить нечего. Давай, я хочу курицу использовать. Давай. Слева руна какая-то. Мы не бьем его, без вижу. А я не собираюсь никого убивать, я вот пришел просто вот нажимать кнопку крипов. И, а теперь нажимать кнопку атаки на вышку. Пришел, видишь, какой я. Я да такой. Я вот такой вот, да, парень. Ты его ничего не сделать не может, понимаешь? Он стоит, ничего не так может. Так он ничего делать. И не может, что он может. Его крипы пушат. А тут мы. Все, отходим. Плюс один на мид, слада рубьем. На мид, на низ? На низ. Все, Андрей, я вдвигаюсь, поехали. Я там. Я на месте. Ладно, тогда вот этого парня. Все поржем. Вот других тоже. Уже бейте, да? Да, Андрей должен справиться. Блин. Я справлюсь, Че он такой жирный? Жесть. Там Б, ладно. Пока хер с ним. Синтрия хочу купить просто.
Чего с арка? Да как же спайкает? У меня газ. Остальные ваши, так я в мид. Я тоже пошел. Хотя... Да, Маша, тебе не надо. На инвокер. Хотя ладно, да, я буду тут тусить. Я тебе вард поставил, что будешь смотреть на них, наблюдать. Бля, это курица. Ну ладно, хер на неё. Нарезу. Да ладно, уже все. Уже, я уже в тельце. Я ж чё придумал. А есть достойная теперь? Это хорошо. У меня есть шару. Ну, типа, если хочешь, можно и напасть. Я да. тоже еду. Блин. Ржомба! Я бегу, мужики. Все, ржомба. Вообще, у Лины ёл. Да, она на меня давала. И ульт да. меня дал Лина. И... Дашь мне потом? У Лины там мало. Ну, потом дам. Потом это супер. Есть какие-то кнопки еще? Подцепить как-то. Что-то есть вроде. Манас через 2 секунды будет. Ману выжиг, мужики. Найс. Найс. Это ржомба. Есть он подцепить его на квест? Да, чё ж. Как он? У меня маны нет, надо выйти. Тауэр просто сломать или ок? На паунте рунки хочу собрать. Антлайк подошел вообще. Я пока ушел баунтиру нас собирать. Бу-бу-бум! Балласт! Балласт! А че, подлить тебя или ты выпьешь? Да, выпью. Давай, выпивай. Давай, выпивай, поговорим. Так, а меня этот, возможно, видит, нет? Этот чародей. А может и не видит. Пошел нахер отсюда. Так, ага, чем бы заняться? Чародей бы убили, да? Опа, тут сларк. Тут два чародея уже. Тут сларк. Доебался до него. А че он не может-то? Вот дает. Этот видит, походу. Не так работает, да? Понял. Ой, это ржомба. Так, чё у нас по команде там, когда мы начинаем играть в Dota 2? У меня еще минута ульт. Куда? Да нам вроде похер, у нас он пайп на кунке. Я курицу вязаю. А, там пайп, все понял, сначала пайп тогда. Так ты задолбаешь крипов пушить, ты. Линусик. Так, у Линусика, если что, этот... Аркан руна сейчас. Пинта. Тут вард стоит, хочу сломать, но, блин, не дают пройти. А, подойду. Вроде стоит, опять не точно. Там челиксы снизу эти. А, вот вард стоит. Окей. Сарк, хочешь подхилиться? Да, хочу. Спасибо. Нема за что. Хочу подпушивать здесь. И в принципе хочу драться в любой ситуации. Ой, я тоже иду. Драться это я плюс. Я хочу, тоже могу. Поймаешь? Сейчас. А, так все. Так это, кажется, ржомба начинается. А в чем? Каком я нахер? Сейчас ворвемся мы, да? Я. Надеюсь, что кто-то ворвется. Так, сейчас ману могу налить. Куночу налил тебе. Оу. Да ёб твою мать. Это ржомба. Так, себе, потом вам. Это а что, это человек? О, это человек. А будет что на сарка? Я мы. Ууу! Бывает. Дашь мне? А, нет, мне. Типа нет. Так, ну я тоже еду скоро, у меня будет через 15 секунд ульт. Найс. Забайтил. Блять.
Забайтил, ты забайтил так, что сдох, а его подожди. Вообще пиздец. Смотри. Такой байк получился. Хуёвый. Сомнительный. Так. Ладно. И вард что нам сломали. Ой, и гриф, ой, тильт. Все нормально, гайс, нормально. Научимся, научимся. Опа, это Сларк. Сверху Сларк? Он с маной. Да, он с маной. Я бы нажал на него вот эту штуку. Сейчас, кулдаун у меня будет. А вот прям сейчас нажмешь? Давай. Так а что ты думал-то? Не дотягивался? Я... Не дотягивался, Андрюх! У меня был брейнлаг, у меня не было саренса просто, я только подумал, а что дальше? А, не, надо было кинуть кнопку, он бы умер. Ну ладно. Это пох. Я думал просто у тебя короткий и не дотягивался ты поэтому. Оказалось просто брейнлаг. Оказалось просто брейнлаг, да, как обычно. Ману могу подлить скоро. Баунти. Надо бы собрать баунти. Что, их нет нигде? Они тут живут, кажется. Чуть-чуть до форсика, а там... А вот и как бы и форсик, в принципе. Так, все, несу себе форсы, варды. Мы тут под пушу. На меня это нападает. Прячешь, прячешь себя, прячешь, секунд. Прячешь, как секунд КД. Отмена, отмена, отмена. Отмена прям, да? Ну мы там обостремся. Такая тут, да, тут ржом бы уже все. Он в инвизе был каким-то образом. Рун нашел. Лина. Улетает, улетает, кого-то. Вот Стардар, улетели. Какая ржомба, ребят. Да, ржомбочка. Лина с Шадоблейдом. 16 уровень, откуда лол? Вот сейчас скиллов сколько наделали они. Оттуда я 16 уровень. Так. С Шадоблейдом, да, говорите? Сейчас будем синтрей закупать. Ладно. 17-й, 16-й. Такое, тяжко, тяжко. На Сларка я могу, да, конечно, повесить, но я просто, ну, мы не сможем его убить, по-моему. Да мы очень сильные в траке. Сейчас, пока БКБ там нет. На самом деле у нас же куча всего. У нас кунг. Надо просто чуть более активно как-то. Нам надо тоже ходить. Я вверх буду пропушивать. Ну, а вверх сейчас уже нет смысла пропушить. Миди цепляют или как? Сели с блинком, ну я отошел просто. Окей. Ну сели с блинком. Наберу. Тут даже вижена нет. Интересно. Ой, на фейсе. Летит смог, я не знаю, мы можем его... Ну я бы нажал вот кнопки это... под аркан руной, можем. Без БКБ я вообще в них не могу въехать. Ну давайте, надо сколько-то в него начать. Я подойду еще. И дальше въедем во всех, возможно. Или чё? Маны насыпал еще. Не... Всё, найс. Всё, а теперь надо ещё кого-нибудь въехать. Можем, можем, можем. Канруна закончилась. Чё это, что это, кто это? Лина. Лина. Ну хорошо. Пайп дал. Да, что
Опа, я спрятан. Я в кунку хотел, сори. Не смогу под него. Нормально. Вышка без бэкдора можно положить. А можно и пропушить крипов. Да, пропушим сейчас. Так, курицу вот вязаю. У нас есть еще даст, да? Есть даст. Я тоже вязаю сейчас секс. Я хочу топ откушать. Там кекс будет. Отпуш, отпуш. Да блядь! Блядь! Подожди. Ну долетит что? Шо ты нервничаешь? Шо ты нервничаешь? Вот шо ты нервничаешь? Кому-то другому не долетит. Все, сейчас все по дороге Лина, вот это вот, с Shadow Blade и с таверны, бам. Бам! Как убило, так убило. Конечно. Наш полномочий всё. Стоит крипов, блядь, дрочит по одному. Ты можешь пропушить лайн, так в доту играют, вроде пушат лайны, лайны пушат. Лайны. Ярик. А, о, с Лордаром. Да, здрасте. Нихуя себе, блядь, новость. Нихуя себе новость. 30 секунд руны. У меня отсюда хекс будет, но у меня ульт, да. Забайтил меня, получается. Своей тупостью. Оставишь? Хекс. Два компа надо. Они сейчас стоят, будут вниз отпушивать. Выслеживают что-то. Опа, вард чекает. Ой, конечно, игроки. Ну, линк может не быть еще. Сларк, Огр вот идут так сейчас. Так что они скорее вверх забирают, да, вот их там много. Uh-huh. Лина в ШБ уже бежит в ШБ. СН3 можно подловить. Снизу кто-то был, отпушили. Тут кто-то качается. Ладно. Толстый Огр. Да толстый Огр, он варды мои ломает. Так, у них все еще нет БКБ, я бы шел вот чуть ли... Мы можем, у нас есть Russian Damage там какой-то или что? Или куда нет, угодно в их мы лес, можем в файт, типа. У меня 18 секунд ульт, у меня хекс есть. Поехали. Поехали в файт. Так, а может хоть кого-то... Блин, я на самом деле... Вард тут стоял. По нему меня и заметили. Задуй чуть сюда. Конечно. Чутка, да, задуй? Так? Ладно, да, я двадцатый еще. Оп. Хочу двадцатый. Смотри, все. Не, ну индейцы, конечно. Балдю с них. Блин, так кайфово постоянно раскидывать этот Blood Rite. Станешь подо мной? Это, а, все, не важно. Лина показалась. Что это такое? Убить. Да, может быть, Пойдем в мид какой-то подпушим. А просто не очень хочу, чтобы Лина и всякая глина купили себе БКБ, и у нас половина скиллов перестала работать. У Сарка уже есть БКБ. Одного же есть, сейчас еще у Лины появится. У нас реально перестанут нормально пахать. Скорее всего, к этому все равно придет, рано или поздно. Ну, ладно. Тогда давайте фармить, как бешеные 29 гориллы. У меня, я не истолкать. Как бешеные гориллы фармить это можно. Так надо орать, что типа. Скорее всего, они орут именно так. О, Огр. Вард стоит. Ой, бля, ладно, все. Хочу уйти. Я тоже хочу. А он играет вард задинаете или нет? Ха, он поставил синтрю! О! Я а может что на Сарке на next пачку пойдет? Сарк вот так вот убежал. Сейчас посмотрим. Вообще у него вижен, это вижен, так что юзерис пытаться его ловить. Бля, неудобно получилось, конечно. Но бешеный горилл есть бешеный горилл, а там палец охуеть какой он. Вообще? Так. А вдруг этот огр меня тут забайтит сейчас и убьет на этом варде? Нет, он... Так не умеет, короче. Смотрите, здесь враг. Сейчас, подожди. Я лечу вниз. Ой! О май! Пойдем там пушить сразу. Пойдем. Подойди, манки залью тебе. Ах ты, не подходи. Какой рендж? Каков рендж? Не подходи ко мне. У Лины БКБ появился. А, я ее убью. Есть еще тэпка?
Нет, да. Она просто дальше пошла. Да, есть тэпка. Давай, я доверяю тебе. Так, а мы что? А вы чуть-чуть отойти. Не, мы типа еще тут. Все, все, нет, давай, давай. Да пальца, да они убивают, мы тут убиваем, все везде убивают, я сдуваю там. Так, а где Vision? Алло? Shadow Blade. А что, ну так а Трис же. Убить или что, или не убить? Можем убить? Подождите, а почему Трис не дает мне Vision этой подружке? Так, а уже все плохо. Ну я уже к вам еду, если что. Там Старка нет, сейчас будем драться еще. Они не ожидают, но я приду. Лина без БКБ. Я поехал. Там три ПФ. Они там кнопку нажали. Ну, я бегу в инвизи, конечно. Ой, блядь. Их разорвало на хапы. Там Лина выкупилась. Ой, еще кто-то надо уходить. Бэк. Фулл бэк. Блин, если я убегу еще при этом, то это прям космос. Не-не, а тут центря, тут центря. Все, Ярик, я все буду. Помочь? За мной бегут, нужна помощь. А, не, ладно, вы ускорили меня. Ладно, все. Смотри, он хочет меня до сих пор. Или что? Ладно, я ускакал, я быстрый. Я кот. Хотя, смотри, он хочет меня! Хочет, но не может, хочет. О. Привет. Попался. Попался так, блядь. Что теперь? Я тебя уважаю. Я... Ой, окей. Найс. Ой, блядь, он к тебе подъехал. Какая ж хуйня. Так, нормально. У меня 10 секунд будет до кнопочки. А, он как умеет, смотри. Что, почему не выпрыгивает? Он прыгнул, типа, понял, в этот момент. Телемера не было. Ладно, это все норм. Не надо. О, Лина будет везде бэка сейчас. Не надо, она убьет сейчас просто Андрей лол. У него еще этот Дифузалиус. У него нет башера, поэтому может ТП там какой-то есть. Баунти рун лучше возьмите просто. Да, баунти. Они два байбека кликнули, пак нынче без этого. Без БКБ, без ульта вроде, но. Чё-то я с Линой там немножко недопонял, да? Она как бы сама въебал бьет. Хороший урон. Жиза. Лежит еще. Опа, там друг. Есть вот этого, хотите? Я бегу на гон. Кунка недалеко. А у него, да он просто улетит. А, у тебя Иул. О-о-о. Май. Мне набегать за паком, это, конечно, перспективный пиздец. У них байбекингов нет на героя. На части. На части персонажей. У меня вот так вот. А я... Ресу из ТП, что из рекомендации, у меня есть БКБ. Так, а чё, Чакру Мэджик взял? Буду подливать всем. Действительно перспективно получилось. А ты их поймали. Не, ну они, конечно, молодцы. А есть... Нет, не надо. Есть что? А у, блин, смакануть. Смакануть нет. Есть бессмокинговые атаки такие, где мы просто идем и даем в рот. Так, снизу там надо отпушить чуть-чуть. Там сейчас куча БКБ будет, у них еще прибавляются. Надо... Я не у меня смок. БКБ появилось, вот сейчас можно смок нажать. Ну он не летит, и пак летит. Давайте тут тогда нажмем, как раз все пропушено вроде. Поверим всем. Блин... Тут не должно быть, вижу на полу. По пути Мьёльнир разъем. Андрей, подойди к нам. Yes. Let's go. Главное, чтобы был Vision на Лину. Блин, я на самом деле одна сетрятка. Так. Инту набить. А ну погоди, он застанется? Нет. Забивай. Нам бы гем на самом деле взять против Лины уже. Просто есть дальше. Я огромный был. Ага. Я пушу мид. Что? Вот тут что-то было. Ага. Надо вышечку, ребят, вышечку. На вышечку накинуть. Да, нам бы сломать эту штуку, чтобы шрайн еще объесть. Сломать шрайн и потом сломать Рошану. У нас такое селомание. Ну, почему Б? Много бьет. Б, это 200 урона упустит. Я полетел в бот. Аккуратно, пожалуйста. Очень аккуратно. Все, мы бьем. Я его разъебал.
Они врываются, они увидели. Не, они меня не могли увидеть. Только если тэпался на варде. Я бегу к вам. Линус ломает шар. Линус. Смотри, жабий наездник. О, и хуй, я ты его поймал, я пока в линии. Надо бэк. Надо бэк. Но у меня есть, что есть люта. Ну, блядь. Я тут. Я если что уже погибаю, кажется, тут. Я бэк нажимаю. А бэка нет. Жаба, но жаба сейчас в КБ. А, понял. Жаба, все. Я тут еще тут, друг. Дружане. А есть на инвокера? Я иду. Хекс 3. О. Не, немного не тайминг, да? Баланс. Жир, давай. Лина жива, у вас нет вижена. Хекс КД. Хекс КД. И что-то мы опять отошли, кажется. А чё, мы прям не можем? Сейчас, можем. Если она поставится, то можем. Сларк заебал меня, конечно. Ще, конечно, сложно. Слушайте, а Бладсукер прикольный герой, кстати. Ну, там пока нет людей. Можно, наверное, что-то. Я могу прыгнуть. Я тоже могу прыгнуть. Так, все, не надо. Она в СБ. На меня может убить, на самом деле. Ренджовый хотя бы сломать и уйти, можно после этого. Можно шрайн и потершан забрать, давайте так. Аккуратно. Ангелину. Ой-ой-ой, понял, аккуратненькая игра. Идет аккуратненькая. Ооо, nice. это аккуратненькая игра, а у нас самый трон. Нави. Пойдем трон. Давайте, подметил. Аккуратненько, да. Пальчик в анусу. А аккуратненько так. Так и было. Санстрайк. А чё, смотри. Я залагал. Серьёзно, читеры. А мне написали, если чё, мне написали люди в чате, что если мы будем выигрывать, они дропнут сервер. Да, кайф. Подождите, а всё, сервер, всего доброго, да? А он дропнулся у всех, типа, у них тоже, или как это работает? Обязательно. Ну, всех выкидывает. Самое главное, что летняя чистка была, парни. Это самое главное. Вот. Парень first пикает инвокер, знаете почему? Ну да, может тебе позволить. Обнаружено, плохое. Ну-ка. Не будет защитена, ее можно покинуть. А реконнект, типа, все, не так будет. Так уже написано все, что ее можно покинуть, да? Она как бы не засчитана, но пол сервер покрашился, типа, а, ой. Ну, блин, да. Тут типа непонятно, кто победил, как бы там такое дело. Понятненько. Это инвокер, да? Это инвокер сферы, походу, кидал. Сфера, хорошо. Блин, вы поняли? Они даже, они еще и стримят. У них есть каналы, они стримят. Серьезно? Они да. Все стримят? Угу. Что за выродки? Раз, два стримят. S5, вот этот SS, этот чел, который все покрашил, в общем-то. Блин, я не понимаю, как это работает? Вот чё, куда смотрит Twitch, куда смотрит Valve? Это же всё, ну, не правилом. Все должны баниться, и каналы людей, и аккаунты, и каналы на Twitch, и всё что угодно. Блин, ну это надо сейчас репортить активно эту штуку. Ну, вообще, да. А как зарепортить? Я даже последние игры, типа, нет. Я даже не знаю, как найти этого человека. Вот, not scored, есть игра последняя. Да, у меня нет. Есть игра, есть матч ID, типа все есть, и все эти челики есть. Куда это репортить можно тему? Не знаю, скинь на этот в Twitch себе чат. Пускай люди репортят. Какой смысл вообще все это делать? Я вот это. Короче, да, гайс, кто знает, как с этим работать, вот матч ID, помогите, пожалуйста, нам. Мы-то, наверное, следующий начнем, правильно? Ну да. Не, ну это, конечно, пиздец, на самом деле. Просто притом это ладно, я понимаю еще. Ну, я ничего Гачи. Не говорю, все везде равны, но там просто на каком-нибудь 2К рейтинг, там миллиард матчей, да? Там люди типа не понимают, что происходит и так далее. Но здесь это титаны, блядь. То есть. Что это? Титаны, сверхлюди. Не, ну то есть люди, это большие рейтинги. Так, у нас там что-то матч ID, все дела. Относительно у людей. Это же у них получается что? Там в районе 6К рейтинга, я. Это много, это такие. Тут, блядь. Вот, Сларкич 8000, 800, 220, короче, 829.
Ну, подкачивается. Да, да. Нормально вообще? Короче, ну там по матч ID, по матч ID можно найти профиль каждого игрока. Я очень прошу, но очень надеюсь, что есть человек, которому сейчас нечем заняться, и вот было бы здорово, чтобы кто-то хорошенечко порепортил товарищей. Потому что, ну, это, в общем-то, не очень нормальная тема. Это последняя стадия, то есть... Еще я... Так, у нее 2 часа левела. 2 часа левела с такой игрой, 800-е. Ой, тикер поставил, короче, я рядом. У нас... Мы не можем начать почему-то. Кто-то что-то поменял или что? Нет, у меня также тендер стоит. То же самое. А почему? Нас, нас еще и прокляли, типа, они дропнули игру, они все испортили. В чем фишка, в чем абуз? Есть, в общем, какая-то программка или какой-то порядок действий, судя по всему, когда ты играешь за инвокера. Блять, нельзя под матчмейкинг нажать, теперь они еще все заруинили реально плотно. Короче, инвокер каким-то образом дропает сервер. Там инвокер это. Восстановление Медуза. Dota 2. Медуза тоже? Они все, где КД нету скиллов, они зацикливают их очень быстро прогой. И сервера перегружаются и выбивают их. Я понял, прикольно. Прикольно. Повторю, пожалуй, шутку, потому что, возможно, кто-то не слышал. Я когда на инвокере играл, тоже иногда сервера вылетали, ребят. Да, реально нельзя нажать. Да, у меня люди вон ищут игру. Так, и что, они сломали нам, блядь, игру эту, и мы дальше не можем играть, я правильно понимаю? Ясно. Может, Доту перезайти? Да и в церковь сходить не помешало бы, я так понимаю. Хотя бы в душ. At this time. Ну, попробую перезайти, но не знаю, это вообще придет к чему-то. Сейчас перезайду. Так, ну слушайте. Я в каком-то... В какой-то параллельной вселенной, а нет, все вот, нормально. Короче, я кидаю пати. В соло находит. Я захожу в доту. Все, всем закинул, заходите. Оперативненько всех зарепортил, скажи, что я молодец. Ты молодец, ты самый лучший. В смысле всех? Там пати сидит и слушает вас и рофлит, что это не они, типа. А, ну да. Не они, ну ладно, но если они, так это... А мы-то подумали, что это они, представляете, как совпало. То, что у них трон падает, значит сервер ломается. Инвокер возрождается, да, и через секунду падает сервера. Да, когда ресается... Блин, ну это, конечно, совпадение, жесть, но... А так бы вот их и забанили за это. Блин, обидно было бы, наверное. Что у нас? Захожу в доту. А, надо перезайти в доту, типа, себе? Не знаю, но я перезахожу. Ну я тоже перезахожу. Кстати говоря, с другой стороны, уже и WoW готов. Да, но я думаю, надо все-таки, мы, получается, не доиграли одну игру, как так-то. Мы вот, то есть, ну не, ну слушай, нельзя бросать дело на это самое... На половине выполненной работы, так скажу. Это нихуя не пословица уже, но хотя бы мысль договорю. До победной? Не, ну от одну сейчас прям закрепить, и это самое. Ну, будет да. Забавно, если мы поднемся против этих же. Да, да. Так. Такой смысл, когда инвокера банить. Да, ну это реально. Это не они, да? Они медузу возьмут. А у медузы какой скилл? Переключение стрел?
Шилд. Нет, стрелы уже давно пассивка. Баню медузу, баню медузу. Пассивка, я понял. Надо еще кого-то банить, а то забанится только один из двух. Надо кого-то банить, Найтсталкер. Сука, блядь. Пока медуза есть. О, есть 22-й, я отойду. Давай. Кстати, вот сейчас я за тот самый 22-й, если что. Потому что, мне кажется, баланс справедливости должен быть установлен. Хотя, с другой стороны, получается, что мы идем по скользкой дорожке в таком случае. Ну, блин, не знаю. О, шамана взял. Какой смысл брать какого-то героя, если хочешь выиграть кроме котла на саппорте? Ну, не знаю вообще. Блин, ну... Блин, мне просто... что-то опять хочется ржом бы поделать. Ну, это... Ржом бы это смешно. Это, кстати, как раз и есть двойная ржомба, типа одна ржомба и вторая ржомба. Да-да-да. Да. Котл, котелок, мальчик, молодой. В психотет потанцевает с тобой. Ну, ни хера он не молодой, не засчитано. Тупо не засчитано. Не засчитано! 1500 и 800 ранг. То есть они сидят, качаются, да? Да. Типа выиграл игру, выиграл, проиграл, ну типа крашнул. Нормально, чё? Нормально. Стримы у них там какие-то. Ой, ёб твою мать. До чего дошел прогресс? У Серёжи ПМС. Ха. Серёжа ушел. Серёжа ушел, у него ПМС. Так. 3 минуты. Главное не про... Не про... А, ну, наверное, потом можно будет и без очереди зайти. Ладно, короче, давайте я... А Серёжка ушел, да? Денежку терять. Ржомбу устрою дальше. Блин, кстати, реально, ну придется альтапаться иногда и этот. Да я думаю, Андрей, что мы дальше зайдем уже без очереди, лес очень маленький. Лучше все равно альтапаться, потому что очередь, она будет, знаешь, такая мерзкая очередь. 40 минут. Будет время, условно, 11 часов и 40 минут очередь. Ты такой сидишь. Такой, а, там еще 343 ранг. Такой тягунок, мерзкий, как в биатлоне, как все время это говорят. Тягунок, типа. Сейчас будет такой тяжелый тягунок. Надо его пройти. Ну да, согласен. А чё, Бруда, а как мы будем ловить мистера Прыгуна? О. А так это ему надо будет нас ловить? Вроде так работает, не? Ну, вообще норм здесь. Я кот. Да. Наконец. Сами с Брудой, хорошо. Обмазались. За всю проебём. О, если проебём, это будет просто шок. Тебе Акса поставят, да? Акс. Кстати, Акс-то нормально. Вообще, шторм 50 на 50 нормально стоит. Там, на скиле полностью. Так а... Это, а разница-то, я не знаю, в чем. Брудат просто фармит, получается, и линию, и весь лес. Ну да. И шторма иногда, возможно. 60 на 40. Если он задумается, то может быть и съеден, да, это правда. Да, тут есть такое... Внезапно вот так и ржомбу беру. Я тоже ржомбу. Ой, хорошо, дабл ржомба. Блин, а еще эта штука пьюр дэмэдж. Это прям пок чемп. Блин, ржомбе пи еще пьюр дэмэдж. Так, котл такой парень молодой. Ой, Акс Миран на самом деле такая блевотина тоже. Прям да. Как бы они нам ржомбу не устроили на линии. Жиза. Но если Акс пойдет за крипов, что-нибудь придумаем. Хотя что мы, блядь, придумаем? Вот я не знаю, что-нибудь придумаем. Сейчас пока читаю описание Яула, уже въебало, стрела летит, наверное. Описание Яула ты считаешь? А да. Зачем? Ну так, пацаны, тогда сюда, что-то рейнджа, рейндж 575, значит. 50 дым, а, 60. А у котла рендж 900. Айл. Тяжелая математика. Да. Сыхает потанцевать. Блин, как вообще кому-то пришло в голову добавить вообще в принципе талант на 350 дальность способность? И еще альтернативу поставить одна атака для уничтожения вилла виз. Ух, бля! Вчера забавный момент увидел. Короче, вот у всех героев плюс дэмэдж, да? Есть таланты на плюс дэмэдж. И... У всех героев он зеленый, кроме одного.
Да, я поймал! Блять, а что это? Знаете, какого героя? Сейчас, секундочку, с этими загадками, там, стрелы, драки. Что еще раз, господин ведущий, повторите вопрос, пожалуйста. Почти у всех героев есть таланты на плюс дэмэдж. Ну, у многих. Так. И есть герой, у которого талант на белый дэмэдж. У всех зеленый, а у этого белый. У какого? Этот кентавр вроде? Да, кентавр, да. А, да-да-да. А, он уже идет между крипов. Я не знаю, я пойду с ним как-то... Да, давай просто иди порофли с ним. Я буду пытаться перединать. Я не уверен, что я что-либо сделаю вообще. Ну ты перединаешь Мирану, это несложно. А я что сделаю? Типа... Просто стой, стреляй в него. Не, я буду. У него закончится реген, он тебе ничего не приведет интересного, и все. Я бы что-нибудь задинаете у него бы. Блять, он второй апнул охуенно. Задинаить? Не получилось. Ну я быстрый хотя бы, это плюс. Не-не-не, Бакарин. Тут ржом поработает. Еще крашнуть можно при помощи шадоу амулета. Поэтому герой не обязательно. Да, под вышку. А, ну вот, кстати, говорят, что крашнуть можно еще с помощью шадоу амулета, поэтому вообще пофигу, что за герой. Блять, мне надо паузу сек. Сори. Этот что-то отпуливает. Боже, что за кибератлеты против нас? Это же последняя игра. И у тебя 22-я бруда. А, кстати, ну я все успокоился. Как там дела на бруде? Нормально все? Да, у меня 6 крипов, все хорошо. Паучки собираются, так сказать? Да, да. Собираются, хорошо. Третий уровень, вижу скоро 4 мангусика. Хорошо, все, четенько. Теоретически соло-ринг. Блин, а он там контролите, может, его? Он сдохнет сейчас скоро. Я один вылетел? Да. Угу. Все, захожу. Сорян, блин. Он не отжимает, кстати. Отжимают? Да, да. Это турки. Вот, начинается, блин, еще подлагивает. И Рубик еще вылетел. Осуждаю. Я тут, вы слышите, да, меня? Я тоже, да, кстати, да. На всякий случай осуждаю, если что. Бля, куда он делся? Я теперь его не вижу, сука. Он там хилку, наверное, пьет на горе. Да. Еще нажать паузу? Да. Бля, он выпил хилку. Скучай за этим... Ой, кутильт, я бы ему должен был пойти ее сбить. Так и есть. 100. Кстати, разминаю его, я там рано или поздно Мирана просто убьем. Да, я работаю. Стараюсь. Короче, не откинулся. Ну, регенов у него реально мало осталось. Да, нормально. Привет, класс. Опа! Уедь. На самом деле, больше на сперматозоида кого-то похоже. Что это? Но тебе тоже норм, да? Ты же всех добиваешь, по идее. Да, мне все ок. Надо курочку быстро завязать, я тут недалеко ее юзаю. Я тут прям сюда. Ага, тут стрела в меду прилетала. Да-да, они тут бегают. Так, Акс куда-то в лес пошел. С пауками в порядке, думаю, все, ладно. Ссылку, да, блин, вот клип, как он крашенул. Он здесь. Там даже клип скинули, как крашнул челик. Ладно, в очко его. Чистейшая правда. В принципе, не самое хорошее знание в жизни. Это правда. Ты доебёшься? Да ты доебёшься? Так, ну все, регены у него закончились. Ждем новые. Да. Но он много нафармил. Хотел бы использовать курьер Чега скоро. Только не говори, что там реген. Вот сейчас курьерчик вязаю. Апнул тебя. Принесешь масочку?
Он, кстати, продолжает тут стоять, типа. Ему поебать, типа. Ну это он зря, я уже могу успеть просто к нему прийти, магию одну скинуть. Гайс, вы в датке по номеру игры их находите и репортите каждого Steam аккаунт защиты в доте. Ну там разберетесь, впрочем, что делать. Собрались орда. А, он тут так настолько тупой, да? Здесь потом тут. Так. Дружище. Опа. Надо ту дому мне сходить. Так. Чё он ТП не нажал сразу? Интересно. Не знаю. Сервер, блядь, пытался закрашить. Он опять идет, походу, или чё, да. Ой, какой игрок. Ну, каков игрок? Там забей, это очень плохая идея, то, что он делает. Он нажал ТП, кстати, а я сейчас шестой беру. Подойдёшь? Да, да, конечно. ТП есть? Я могу много времени. Давай ТП. На меня там был, стани его. В принципе, его игра закончилась, кажется, да? Не, ну молодец, молодец. Игрок. Так, баунтиру надо сейчас. На, возьми кокулю мою. Блять. Но за изобретение, как говорится, 5. Респектоз, да? Мирана стрелу в меду давала. Блин, а мне курица не все донесла. Это печаль. Шторм пошел на шрайн. У него пятый, у меня седьмой, но... да, по-моему, но особо тут не это самое. Звучит как неплохо. Манку удалью сейчас. Сейчас бы дауны крашили серверу человека с онлайном в 12к и надели, что не будет страйков луль. Так, отводить будут, наверное, пока. А, клинишня, клинишня. Да. Шторм в топе, Акс. Шторм в топе. Акс. Взял руну, бежи в топ. Так. Можем на шайн пойти. Под... А, так вот. Вижу, стоит или нет. Тутакс пришел, но он ТП нажал. Не, не такое. Видит. Андрей, вы все равно победили в наших сердцах. Не переживай за дурачков. Спасибо большое. Да я пришел так походу в лес. В принципе, обратно, не переживаю. Да. Спасибо большое за поддержку. Так, ладно. Я с левелом проблема, вот единственный минус. Саппорт минус. А, я в курицу... Сережка, возьмешь, короче, в арте с курицы поставишь где-нибудь слева там? Угу. Бери. Он там лежит. Уже. Угу. Втором миде. Мне надо левел чуть прапать. Перед чем как идти ржом бы их кидать. Хотя... Я лечу к тебе. Уходи... А, понял. Ладно. Тут нет вежи у них? Или хз? Да вроде не было. Курьер нужен. Юзай. Датик там. Юзай. Будьте аккуратнее.
У меня, кстати, проблемы с маной, так что... О, так а я пошел на шторма, а все, понял, не пошел никуда. А этот, почему живой еще? Далеко. Мне фолков мало. Ага. Вот этот. Истеракс. Я пока бэк. Че, гуля один, кстати, можем поставить. Ладно. Упс. Здесь я бил эту хуйню. Шторм прилетел. Шторм в топе, мы в жопе. Ладно, у нас Кенна при... Тут шаман, смотрите, идет варды ставить, чтобы его и не убить случайно как-то. Сейчас баунтирун еще будут снизу. Вот здесь вард поставилось еще. У меня много еще. Уже не так-то много, кстати. Не. Так-то уже не так-то много. А, у нас курьера зарубили. Понял. Мою от души. Ой, хорошо. Бери, заберешь инвиз? Ночной зритель, спасибо большое. Так, ой. Я книгу одну возьму, а то у меня с лавелом прям совсем беда. Борода. Хочешь растик убить? Конечно, хочу. У меня лагает это, бруты, сука. Тоже хочешь крашнуть, что ли, сервер потихоньку? По чуть-чуть. Извиняюсь. На меня напал чел. Сколько он не умный будет? У него много. Ну че-то. Опа, минус. Ебалус. Кайф. Миссанул челик еще последней тычкой. Ой, три прыжка потратил у меня. Без прыжков, Мирана, с инвизом. Тут вард стоит у них где-то. Прямо под регеном. Вступил. Шел, поймал стрелу. Блин, я просто не 6 уровня. Прям ебет пиздец. Мне надо, короче, получить где-то уровень, я в мид уже затыкаюсь. Даже с книгой бишь стал. Чего? Даже с книгой бишь стал. Да, вот этого давайте убьем. 3 минуты. Его трудновато. Он без ТПшки. А, ну да. Плюнешь, я залью еще. Будет еще плевок, наверное. Сэр! Один раз точно. Ой, тут щипа тьма. Тут трое. Мне помочь как-нибудь. Я 6, я бегу. Можем попиздиться там, если что. Так, ну мужики, ну мне курьер нужен будет вообще. Да, мне тоже прям шок. Что, я будем пиздиться? Да, там опять так есть. Без райва же чё, земли. Тут потма стоит. Да, вижу. Сижу чиль. Где чиль? Паразитирует носителя. Давай пофармим к стрела. О, ему впадло динамик. Так, снизу шторм шпирит. Беру курьера. Давай. Я потом возьму следующий. Если можно быть чиналом, смотри. Думаю, я тоже подойду. Опа. Курьер берите из канала. Да, я возьму сейчас. Без бринка. Ставлю шар. Шар ломают, ну нормально, мы все живы зато. Пока что, да? Ты, мне кажется, выбрал неправильный дирекшн. Вниз бы шел, наверное, бежал бы. Шторм снизу еще раз. Окей.
Там про даты 2 ломает, понимаю. Акс полетел к броде. Брось летит. Благодарю. Так. Да, курица нет. Так, курица, слушай, нет. Панруну я заберу. Курица нет, и я в мид. Помочь тебе, может, умеете что-то? Устроить движуху. Я могу ману тебе подливать. Сейчас подолю. Будет приятно. Сейчас будет. Бля, как-то. Болтоски еще будут. Мне здесь шторм был. Он, кстати, много маны тратил на меня. Пойдем бот. Го-го-го. Вот, на меня напали. В инвизе кота. Подзалешь мне сзади маны или рэвич нажму? Трама много маны. Блин, я забыл вообще то, что там такисы есть. Было очевидно. Меня шторм может убить. Так, ну я сейчас, наверное, наверх полечу, и там можно будет тавр поломать. Гуль без льты. Такийский гуль. Радик. Ну, еще нет. Но я имею в виду фармит радик. Очевидно. Давайте сюда под это. Подтянемся. Под убежен тут стоит сейчас. Не снесу. Давай. Так, есть ржомба, но на экс ломает ржомбу. По-моему, на экс, возможно, в акса в лес, они идут к нам наверх. Не, не в лес, но, короче, они идут к нам наверх. Так сейчас он без льты пока что. Он без льты? Рейджом. Не успел. Сейчас все будет. Сюда отходим. Под ржомбочку. Может, раз только он? Шторм фулмана. Я на шторма сейчас нажму кнопку, он будет терять ману. Он боится уже. Ему не нравится. На шторма 40 еще мана нет тайда. Ну ману-то я налью. Это не проблема. У нас бруда там работает, надо тут чуть-чуть еще работаю, развлечь. Работаю. Лифта нет? Такой себе таргет, наверное. Шторма откинул пока. Они глиф потратили. Давай перейдем будет потом. Ну вот под центрю можно отдать. Акс улетает. Улетает. Гол, например, шторма кого-нибудь. Ну, пушить надо просто. Ой. Снизу идет кэч. На низ можете забить, типа, все это. Ну, скипнул пачку. Понял, тогда вот это взломать. Глиммер, глинус, глинномес. Буду собирать. Себя. О, Март. Только поставь, блин, там синтра падает. Сейчас сама. Я у меня успею? Руптура есть. Ну, 5 секунд. 4. 3. Да. Да. Жестко. Меня хотят? Нет. Они смока нажали на апсе тут. К нам идут сюда. Да? Ну вообще, если равага есть, можем их подождать. Есть равага. Нам за бруда подбираться. Ой, я курица, блять, куда она? Вообще они на шторма байдят просто сейчас. Что с курицей, ёпта. Подождите-ка. 9 секунд у нас до диск шара. С ним можно будет. Я могу первым пойти. Да, давай. Бруда еще до нас добежит же? Да, да, добегу. Они могут Рошу убить? Они меня хотят. Очень сильно хотят.
Могут скоро вольтикисы прийти, уже есть ульт. Они так и делают, я думаю, аккуратнее позиция. Акс пауков заколил в миде. Без ульта, окей. Не-не, с колом. Я понял, я имею в виду не вольта, не вольтикота, просто он тут стрёмно нас мог пасть. Не, они вообще на очки. А вот уже не на очки, смотрите, идут. Че, может подберёмся? Ну, вообще, надо бы подраться, реально. Под Тайдхантера вот только. Пацан, трёху. Ладно, тут ставлю себе трёху. Сзади, сзади, сзади. В ржомбе, люди. Зафиксил, да? Хорошо! Это ржомбочка. Че я взял? Я взял 25 скорости передвижения на котле. Ой, все, короче. Пора в можем Т3 пойти поломать. Все, ладно. Уж. Я взял 25 скорости передвижения на котле. Пора идти. Подковал просто какую-то. Пора идти играть в мир боевых. Okay. Ремесло боевое, ну вот, короче, вот в ту игру. Ну да. Кажется, у него нет ебала еще поэтому. Ну что, те самые 20 минут, та самая бруда. Ну какой там амулета нет еще? Левел 20 на 20. Приятный герой, да. Да, приятный. Для игры. Интересный для игры, я бы сказал. Что у нас будет там что-то летать? Или не будет? Еще можно пробовать пойти? У меня вот нет штуки. Или он видит что-то. Давайте отойдем тогда, наверное. Тут центря стоит, тут можно поднять, если что. Хотя, блин, ходить далеко тоже не хочется. Можем шайн. А, ну реально нужны павуки. Я пошел пока покачаюсь, БКБ себе принесу. Да, я вообще домой улетел за вардами. Да пойдем, может, вот этого убьем друга, чтобы у Бруды еще была вторая жизнь, Бладсикера, вторая жизнь. Как... Слышал, что такая есть две жизни, чуть удобнее. Ну да, драться. Лучше получается. Ну, пойдем, может, тогда. А чем мы по курьеру ждем вообще? Там кераса. И вот такая штука. Кераса. Ладно, я домой. Ёб твою мать. Ёб твою медь. Так пойдем вот этого убьем еще из керасы, нет? Не-не, да, нет. Можем. Пауков очень много. Ну, я вот уже тут занял позицию. Да, пауков твоих лагает все, сука. Убери их. Кажется, они хотят устроить ржомбочку, ага. Вольтикисы будут заходить, это типа у них last шанс. Я уверен в этом, хотя пока нет. Хоть что-то не идут никуда нет. О, тут Найкс застрял, блин. Эйдж детекшены? Ну, вообще у меня был даст, да. Я что-то очканул. Я что-то вообще не понял. А контроль уже. Опа. О, Найк, кстати, сзади. Вот. Я за кис пошел. Хотя у него липов много, наверное, я за Найк. А он не успел. А там можно сбить? Да, к сожалению, это будет бомба, и я брошу депку. А у кого я кис в итоге ушел? Не знаю, это же обычная игра, вроде как, которая мне, честно говоря, не очень заходит. Ладно, 25 скорости передвижения есть. Так что особо не жду. Вам не хер моржовый, соответственно. Паукап надо. Вот эта штука сейчас будет. О, он труза залился, блядь. Так, нажал глимер. Хейтера. Да. Дай. Так. Меня будет, наверное, этот убивать или что? Опа. У него его. Лифта нет, да? Нет. А давайте прыгаем пойдем прыгаем просто будет, прыгаем будет, по нижней стороне пойдем. А мы убежим, и он не прыгнет. Пойдем просто вот туда. О, они хотят, они хотят. В принципе, мы можем. Ой, мы можем. Можем. У меня пока что нету БКБшечки. А, смотри, он залез. Он залез то ли в шторма, то ли в этого. Будьте здоровы. Так он вылез, наоборот. А, он вылез. Звук такой мерзкий был, там улезал. Понял, сука. Так а чё, кундалини вот этот шрайн сломать, наверное. Смотрите. Ну мы через бэкдор там, да. Интересный герой? Нормально, кстати. Дептанёшь, а?
А это лишнее, наверное? Ну, так. Это может и лишнее, конечно. Че, еще может павуков тогда надо посмотреть? Да, надо еще павуков. Но шар мне вообще не жалко, шар раскидывается во все стороны. Да, я подарка на руны нажал. Я считаю, что шар это не тот, что мы бережем. Да. Бережем здоровье, это важно. Здоровье, но не шар. Это вот истинный. Кстати, можно заходить, крипто тут. Вот так чисто, чуть-чуть. Павуков мало. Да, в смысле? Ой-ой-ой. Гайс, я не понимаю, у меня на блудрайте написано автор 2,9 секунд, но ничего не работает. Юл 2,5, блудрайт 2,9. Почему не получается? Летает человек. Летает, но нам вроде все. В теории я сначала кидаю блудрайт, потом сразу поднимаю. Должно быть все хорошо. Вот в теории, смотрите, я такой бам! Ладно, ой-ой-ой. Сейчас я обосрался. Там все равно как-то слишком долго. Слушайте, а точно не пофиксили этот самый? Юл, точно не порезали никак? А мне что-то уже не нравится здесь. Сейчас шторм какой-то меня убьет. Или чё? Статус резистанс? Да нет, статус резистанс ни при чём совершенно. Статус резистанс не работает на Юл в любом случае. Да-да. Я что-то вообще в шоке. Ну смотрите, вот эксперимент на крипе, например. Внимание! Вот я прям сразу поднял его. И он все равно не прокнул. Это даже было. Это даже было меньше, чем 0,4 секунды, который у меня есть гэп. Намного меньше. Это было 0,2 секунды примерно. 0,1. Короче, ну это тильт, что я могу сказать, ребят. Макс мана мало, если что. У меня шарик КД пока. Все еще. Штор просто мимо летает, что-то. Да, хейтеры. Мне надо зайти, кстати. Ой, я стрелу поймал, ёб твою мать. Кто это вроде, у нас тут такой красивый? Это Найкс. Ржомба работает. Так, это еще один Найкс. Бля, что делать-то? Оптимист, сука. Победил. Увлекательная игра, ребят. Да. Мне очень понравилось. Через Shift попробовать. Да какая разница? Тут суть в том, что момент... Ну, короче. По-моему, это обман, что... Давайте его сюда. Ребят, короче, просто есть дилей 0,3 секунды у Bloodrider. Вот, ребят, в чем дело оказалось. Вот оно в чем дело. Ах, об этом все понять не могли. То есть, по сути, если через Shift кидать Bloodrider и юлить, то ты можешь даже шторма взять. Хочет меня, киса! Злая, злюка! Видели, какая злюка? Жесть вообще. Ой, мы грязные с брудой, грязные мальчики. Грязные такие. С брудой. И заходим в игровой мир мира Варкрафта. А я уже в нем, кстати. А, где это? Я, может, уже умер-то? Я там фармил троллей вроде. Был такой. Это у Игоря, у Санкинга такая же странная тема. Ты когда копаешь, он копает на 2,5 секунды. А кастульта 2 секунды. Но тебе могут сбить его, кого ты копаешь. Он может сбить там Рубик или кто-нибудь без каста. Да. Наебаловка. Вот, смотри, вот этот колдан, 969 ранг на аксе. Боже, что в голове происходит у человека? Как вы думаете, что у него в голове? Пришел, стоит, крутится, вертится он. У него в голове кручение. Как Карлтан. Балет отцает. Не, ну молодец, конечно. На своем максе молодец. Да, ладно, гайз, что, спасибо вам за группировку. Да, спасибо. Давайте, увидимся на следующей тренировке. Пока. Да. Так, а я-то вот не ухожу никуда, на самом деле. Да, и я тоже никуда не ухожу. И Сережка остался, так подслушать. Давай, пока нет. Давай Вов, на самом деле, играть. Я понимаю. У меня, кстати, же есть кадой теперь. Так. Давай, спокойной ночи. Завтра первая паря, давайте. Ой, да. Давай, хорошо, поучиться.
получить знания. Да, да, да. А какая пара будет? Ладно, хорошо, нет разговора. Короче, все, я скоро вернусь тоже. Пока, дорогие друзья, 6 минут на рекламную паузу. Короче, это, я сейчас надо мне надо чуть времени покушать. И после этого я готов. Пока сижу тут, отдыхаю. Сила и честь.
Андрей.